Ой, надо... горлышко надо смочить, аля. Ой. Всем здорово, всем привет. Это, бля, забыл, что хотел сказать. А, это, ну там. Как я обычно говорю? Никто не помнит? Как я обычно говорю вам? А, это... Ура! О, стрим начался! Не, подожди, как не так? Как-то я вам... Как я вам говорю всегда? А, это... О, вспомнил. Все, нормально сейчас пойдет. Эй! Салют, ребята, всем привет, всем здравствуйте, с вами, как всегда, я, ваш Леха, ваш Антарадун, вы находитесь на канале Hardplay, и сегодня, ребята, хотели постримить Rust. Но что-то пошло не так, как всегда, грандиозное наедалово, как на рынке у вьетнамцев, да, купил трусы вот такие, а они оказались другие. Так что как-то так, откуда знаю, не спрашивайте, покупал один раз, да, каюсь. Значит, сегодня это, сегодня того... Того! Играем в этот рафт. Пару стримов еще сделаем по рафту. Сегодня лифчик к нам залетит. Сегодня с вами постримим с Джовом. Джов, где мой баркас? Я задал вопрос, потому что ребят без меня играли. Я сейчас понятия не имею, что они там настроили, выстроили, выстроили. Короче, я ничего не знаю. Слушайте сюда сейчас все внимательно. Хотите, я вам открою страшную... Престрашную тайну. Вот ты хочешь? Хочешь. Кто поставил лайк на стрим, у того Мироместин. Блять. Короче, я не знаю, что сегодня со мной не так. Короче, сейчас объясняю, что новое. Респект хотел бы передать пламенной братишкину, сестричкину, поцеловать его в уста сахарные, пользуясь случаем. Страшную. Сейчас я тут лишние звуки отключу. Сестричкин, я тебя люблю, ты классный. Да, нет, нет, я не гей. Это... Он мне, собственно, что помог сегодня сделать? Я вам сейчас покажу. Точнее, ну как бы, ребят с его команды... Ой, все, идите в пизду. Короче, сейчас все заходим в группу. И мы нашли... Нашли что? Правильно. Нашли, как сделать так. Вот YouTube тебя от оповещения не присылает, да? Вот у нормальных пацанов стрим начинается, да? А YouTube не присылает тебе оповещение. И ты раз такой и проебал полстрима. Знаешь, что надо сделать? Заходим к нам в группу. Давайте. Давайте вместе туда зайдем. Давайте. Для этих... Сейчас отдельно покажу. Зашли к нам в паблик. Он внизу. Внизу, не у меня внизу, а в описании к видео. Заходите в паблик, нажимаете «Написать сообщение» и тут ставите плюсик и отправляете. Что из этого получится? Здорово, дядя. Удачного стрима. Здорово. Видишь меня? Да. Что будет? У вас теперь ВКонтакте будут приходить оповещения о начале стрима. Хорошая. Вы брат, чувствуете вообще, нет, я уровень? Что ты жив. Гордость. Удачи. Чувствуете, нет? Нет? Что вы за люди, а? Вот, вот что, вот, вот вы не могли вот сказать, что «Ой, как классно, теперь никто стрим не будет просирать, боже мой, Лех, какой ты молодец!» Что вы за народ такой, гопники, а? Сейчас вот смотрите, как это работает. Вот сейчас все, кто подписались. Вот вы подписались? Вот вы мне вот скажите. Вот вы подписались? Нет. Сделали, плюсик отправили. А я сейчас, смотрите, что сделаю. Я сейчас вот такой вот тестовый, вот так вот. Захожу, значит, я в этот сервис чудесный. И нажимаю «Начать стрим» кнопочку. У меня пишет «Рассылка началась». У вас сейчас, по идее, придет все...
ВКонтакте оповещение, представляете, оповещение, и там будет сказано, чтобы ты всем все бросал и, короче, бежал. Все, идите в жопу, короче, и вас привет, ничем не удивишь, я для вас стараюсь, а вы как не родные. Хардплея, привет, спасибо. Точка, как дела? Бро, точка, еще не родила. Лёха, так, все, я к Джоу полетел и кличку. Блэд, братан, все, не кидайте, завтра всех добавлю. Сегодня, завтра, я, кстати, добавлял. Женя, добавлял. А я сейчас пока прыгну. Алло, да. Привет. Вот, слышь, блядь. А это я про акулу вообще-то. Да все понятно, ёпт. Прощай, мой бывший лучший друг. Ага. Нашей дружбе весь YouTube завидовал. Да. Да. Подожди, я почти убил ее, чувак. Почти убил ее. Да. Да кого ты там убил? Я присоединяюсь. Что? Минус акула. Блин, но у меня нету... Копья? Копья нету нормального. Я сейчас раздел, погоди. Давай, вот подо мной прям, она прям под плотом, чувак, прям под плотом. Просто минус акула. Нифига вы здесь хибару выстроили, да ладно? Да. Иди быстренько, пока лутачу есть. Это хардплей, если кто не понял. Здорово, да. Слушай, братан, я твою акулу разделать не могу, прикинь. А, могу. В смысле? Можешь, ты чё? А, всё, я просто бить надо. Да норм. Ну, как бы да. Я, конечно, знаю, что ты там... Вообще подкаблучник, хоть куда, ты привык все самое там. Так, все, акула готова. А что за уточка? Леша, пацаны, вас? Научите. А это рандомный какой-то предмет непонятный. А, это Костян пошел рыбу ловить? Да, это Костян выловил эту хрень. Казалось бы, все хорошо. Ты реально поймал утку? Ну, это игрушка, чувак, если ты не заметил. Не-не-не, я понял. Ну да, да, поймал, а что нет? Нифига себе. А, вот это башка акулы-то на голове. Я все понял. Я это всем привет хотел передать. Сладенькие. Да, друзья. Да. Так, короче, какие у нас планы? Надо, короче, это самое. Смотри, какой поставили классный. Да я вообще в шоке. Вы здесь что творите? Ну ты смотрел начало предыдущего стрима, да? Ты посмотри, прям якорь. Читеры пришли. Где? Да, вон, Оля Бузова. Ольга Бузова? Да, это один из трех, по-моему. Так, я же говорил, с читерами будем. Да. Да читайки нормальные, пацаны. Надо быстренько как бы это, лутать все, что рядом есть. Так, а я уже типа сейчас... Подожди, где у нас? А, вот. Пошел лутать. Так, я типа уже... Мы плывем, друзья, мы плывем. В смысле плывем? А вы где? Я утонул. Ставь якорь, я лутался. А, и читера пишут, что они сегодня не придут. Ну вот. Жаль. Не, пришли, почему? Один, не, ну они говорят, один только пришел, да. Видимо, не школа, я не знаю, там может экзамены. Школа, я скучаю. Ага. По тебе и по тетрадкам. Стримов по Форесту я тебе задоначил, ты сказал. Короче, у нас самая большая проблема, на самом деле, это доски. Сейчас нужно очень много досек. Очень много досок. Это я... А если не добавишь, то я еще буду носить, пока ты меня не добавишь. Так, я просто про доски. Так, у меня нет, кстати, ничего почему-то у меня с того бренного мира. У меня ничего не сохранилось. Потому что этот мир погрязся в небытие. Дерьме, да. Надо тебе что-то сделать. Что тебе нужно, посмотри. Мне все. Все нужно. Копье. Потому что ник был. Все, Оля Бузова пропала. Доски, веревка, железный стыток и болт. Сейчас возьмем болт. Или давай сам делай. Что ты, собственно говоря? Потому что охуенно играю. Распишись, линк, люблю. Так, это тогда надо вот это. Окей. Смотри, иди в хранилище. Так, пошел. Бери железо. Подожди, голову, да, сразу надо взять? Башку одеть. Можешь взять голову. Нифига вы сколько акул поперебахали, да вы что, вы читеры? Да. Алло. Так, у нас скоро будет красота там одна, большая. Так. Ну, короче, как... Железо когда... бери и плавь в печи. Так, я раз, вообще, два, нифига три. Вы, блин, прошаренные. Подожди, железо, глина, камень. Вот так. Такая, как изумруд, короче. А, железная руда, вот вижу, так. И так. В печь клади. Так, пошел смотреть, где печка. Блин, они шарю у вас, красота. А где печка? А вот она, вот две печки. Кажется. А вот. Печи, плавильня сразу, называется. Сразу две, как бы, шараш. Слушай, а у меня что-то я не могу использовать. Привет. Ну-ка покажи, что ты взял. Камушки. Привет, вот не вот камни, эти. Не камни, ну уже не. Ну вот это. А, ну да, даже железная руда, все правильно. Странно, убрать только у меня есть кнопочка. А с другой стороны встань, или что? А, это камень, это... Нет, это железная руда. Не-не-не, железная руда. Вот это камень. Почему-то вот я бегаю вокруг нее, у меня тупо убрать и все. Подожди, а ну скинь мне.
Кто-то уже свистнул. А, ну я дропнул. Вот, у нас там стекло. Где оно? Давай. Скидывай. Бочка! О, бочечка. И, акуль, и акулка. Як акулка. Мне надо этот, палку и все. Палку и крюк нормальный. И я тут буду сейчас ловить. Не шутя. Это, вот этот какой-то усиленный, да, крюк, я так понял? Да, да. Нифига он там швыряется. Ага. Слушай, а у него дальность сильно? Ты еще дальше мог кинуть? Ну, подпрыгнуть здесь это, да. Подпрыгнуть туда. Га себе, блин. Блин, мне на самом деле нужна... Так, тут все по... это самое. Так, а куда железная руда делась? Потому что это я скинул, а она не появилась. Как-то. Чё? В руки, ну, люди ребят, пишут, там... возьми. Смотри. А, ну да, руки надо взять, да, надо в руки. Блин, вы бестолковые, а. Ну, а да. Где, у кого, ребят? У меня нету. Подожди, в руки, а как в руки-то взять? А, во! Все, пошла. О, ништяк. Так, пошла жара. Ну и досочки подкладывать. Ага. Нифига вы, блин, вы за один стрим тут прошаренный. Да, слушай, Серега, этот парень не такой тупой, как выглядит. Вроде норм. Я умный. Я тест сдавал, у меня IQ, знаешь, какое? Да, я знаю. Ребятки, пишем в чате хэштег Hard IQ 50. Слышь, вот давай вот IQ, вот хочешь тест, вот вместе пройдем? Ну давай, как-нибудь. Все, изи. Давай. Это вызов. Это все. Да. Это серьезный вызов. Так, давай. Если у меня под стримом будет 15 тысяч лайков, пацаны, прямо в конце стрима проходим с Хардом одновременно. Изи, давай. Ну и Оливчик будет судьей. Там судьей будет результат, а не Оливчик. Так, слушай, мне надо, кстати, тоже усиленный крюк. Подожди, но для ажиотажа нам нужно что-то, ну, на что спорим? Что у меня IQ больше? На что ты хочешь? Не знаю. Давай у кого меньше надо? Канал удалит. Леха, ну тебе настолько твой канал не нужен, да? Может, ты мне его отдашь? Да нафиг он тебе нужен? Там одни майнкрафтеры. Найс. Пацаны, это я шучу. Не обижайтесь. Не, это, ребят, это он не шутит, вы что? Я, конечно, говорит, не подстрекатель. Да, он не шутит, все норм. Так, а пластик есть у кого-нибудь, парни? У меня куча пластика. Чё, короче, что ты сказал, 15 тысяч лайков? Ребят. Да, и проходим тест на IQ. Давай, с тобой. Давай. Так. Все, го. Так, вы пока строите. Вы любители теста на IQ. Я строите, собираю тут пока. У меня этого копья нет. Собирает он. А вы мне не сказали, вот эту фигню расплавил, вот железный слиток, и что дальше-то? Все, смотри, сколько тебе нужно. У вас типа крутое уже копье. Слушай, а мне какой-то болт нужен, но я его скрафтил. А, ну, правильно. Блин, еще один железный слиток нужен, елки-палки. Ну, так, ребят, для железного слитка нам как бы нужен этот самый остров. Остров невезения? Акула. Ну и что? В смысле, у меня нечем ее бить. Давай, бро. Я починю. Мне сказали, у Джова есть... Че? Черный дилдо. Если не веришь, сам спроси у него. Ну. Сейчас бы шутить про чёрный дилдо Джова. Слушай, я что-то не знаю, да? Да. Это маленький секретик? Секретик. Слушай, а чё чё про... Чё за фишка? Да никакой фишки. А, просто дилдо. Всё. Просто чёрный дилдо. Спасибо, Аноним, спасибо большое. Скоро будет очень много крутых игр. Так, Харт, расскажи про Rust. Я про Rust рассказал, Rust? Но у тебя... Rust — это хорошо. Да. Когда но... после вайпа. Да. Вот вайп будет четверг. Почему общий. Мы сегодня не играем в Rust? Объясни. Почему мы не играем в Rust? Почему но... с нами этот эмигрант? Я... Ну как это... Как дельфиненка, наверное. Я не знаю, жалко. Не, на самом деле... Серега, потому что классный. Я вот его мало знаю, но он классный. Все, я все сказал. А в Rust почему не играем? А Rust-то почему нет, чувак? Rust-то почему нет? Потому что, блин, вот нафиг ты меня спросил? Я думал, я типа так, знаешь, плавно с темы съехал. Не, не прокатило? Блин, окей. Короче, Rust-то нет. Ну смотри, вот я пришел в 6 часов, да? Прихожу такой, мне... 6 часов. Да, Костян говорит, найди сервак. Правильно? Я сказал, подмойся перед стримом. Нет, это понятно. Ну, как бы это по старой традиции, это понятно. Вот. Я начал искать серваки. Но что-то пошло не так. Один лагает.
Подожди, не, ребят, вы понимаете уровень крутизны Джова, если для него блогеры с 350 тысячами подписчиков ищут серваки? Сейчас, бы, сейчас бы блогером быть с 350 тысячами. Знаете, насколько жестокий на ютубе уровень дедовщины, то есть никакой пощады. Чё? Успешный блогер, на кейсе петлема подрял, поднял. Быстро нашел сервак, сука, в смысле, молодой человек, быстро, сучка, на сервак не нашел. Так, продолжайте, Алексей. Я просто дедовщиной дедовщиной, но сервер не найден, ребят. Так что выводы делайте, кто доминирует в этой жизни. Плот. Поверните, справа плот, справа по курсу. А, понял. Давай, ворочай. Сейчас. Блин. Лёха, нет, слушай, не нравится, по-моему, сервер не найден, это Лёха научился в одной игре в какой-то. Да, великолепный. Сервер не найден. Есть такая, да, тема. Слушай, а что, у нас нет туда больше вот этой темы, ребят? Как она, вот этот? Слитков-то этих. А где вы их вообще нашли? Нужен остров, пацаны, остров нужен. А вы прошарили где? Под островом, да? Да. В самом низу. Офигеть. Подожди, а как нырять? Ну это надо акулу бахать. Ну вот так акулам надо сделать. Акула, или чувак, так? Если у нас у троих будет металлический копья, акула отлетает буквально вот так. А, на изи вообще. Косян, ты выправил? Парус, правее. Его сейчас заарканю! Прыгайте! Ой, я заарканил, слышь, да ладно, это работает? Опа. Тут же меня укусило. Давай, хыть! Пошел контент, давай. Хреновый, конечно, есть что-то, как хлам был. Давай. Акула! Да все нормально, ребят, все нормально. Я тут вообще четко все делаю. Смотрите, дверьки есть. О, видите? Можно открывать, можно закрывать. Ну типа ты только хочешь заплыть, и открыл, и все. Найс. Оп. Я за жопу акулу, а ты там с дверью за ручку взял. Окровавленной рукой за нее держишься просто. Так, это мы заберем отсюда. Сколько тебе еще не хватает? Все, у меня все есть. Какой-то дебил, короче, не увидел у себя в инвентаре. Сделаю сейчас насадку для рыбы. Так, для акулы. Слушайте, а вы увидели, сколько разных типов рыб вообще в игре? 3 или 4, по-моему. Сырая скумбрия, ну, то есть немного. И сырая тилапия у меня пока. Тилапия, да. Или тилапия, кстати, интересно, как правильно. Морску лещ нужен просто, как волны. То есть тебе нужно леща дать? Да, есть лещ? Дай леща. Блин, ну подходи сюда. Есть что дать? Отцовского давай. О, 4 пришли, кстати говоря. Да? Правда, не все. Ну... Ну, по-моему, они сидят пришли... в углу. Да. Они живые. Слушай, не, один, короче, ушел, вот Оля Бузова, она ушла. Походу. А остальные живые вроде. Реально, прикиньте. Сидят просто в углу. Ребят, кто первый раз у нас на стриме, вот это читеры. Единственные в мире читеры по рафту. Вот. Причем, кстати, из Минска они, прикинь. Причем написали они это читы сами, самое интересное. Да. Ты реально, что ли? Лёха, ты видел, что они на прошлом стриме нам скидывали коробочки с 9999 ресурсов в каждой коробке? Нет. Ну как они это сделали? Как ну, вообще? Вот так. Вот у них сразу видно IQ большой. Не то, что у это. Что, не то, что у тебя? У некоторых, да. Что я не прав? Что за... Слушай, леща-то поймать не так просто на самом деле. Ну да. Какая себе затея. Сырой картофель. Съем. Так. Да, копишка я себе сделал, вот это вот, мощная. Рыба! О, рыба! Давай, кого? Хорош. Слышь, а что ты, она прям вообще быстро отскакивает. Два удара, что ли? Все? Два копия, два... О, остров, ребят, прямо по курсу. Давай! Рулите правее. Нифига себе там остров, да там он да, трехэтажный, что ли, какой-то? Куда? Нормально. Сейчас я маленько, хоть ресурсов. Ой, попить хочется очень сильно. Так иди, у тебя бутылки нет, да? А у меня бутылки, слушай, у меня кружка, наверное, нет, подожди-ка. Я понял. Скрафти кружку, мам. Ща. Слушай, а тут бутылка какая-то есть. Можем кружку быстрее, да? Не-не-не, все нормально. Кружку быстрее. Все, плюс кружка, давай. Давай. Так, а где поилки? Ща, ищу. Вон стеклянные стоят. Подожди, не найду. А, вот. Вот это, что ли, поилки новые? Да. Офигеть. Там воды влезает, просто забей, как бы. Тазик. Там 2-3 бутылки, по-моему, наполняешь. Короче, надо причалить аккуратненько. А, ну сейчас давайте с той стороны, у нас второй этаж с этой стороны. Подожди, а как? А, в одну емкость наливаешь типа с соленой, да, водой? Да. А потом забираешь обычную. Так, ну что, все причалили?
Пока еще нет, сейчас. Слушай, а вы объясните, а то у меня зрители, ребята, не видели, как нырнуть, то есть как... Просто плывешь вниз и все, и у тебя единственный расход это воздух, и от акулы надо отбиваться. Ну ты достаешь все подряд, да, тут? Да, да, да. Камни, так. Какие-то части. А что, мы назад плывем, я понял? А, понял. Пошел контент. Так, ребят, я отлучался, секунд, извините. Пописать? Вот. Угу, почти. А, обгоняйте, обгоняйте островок вот так, да. Сейчас я кидаю якорек. Погоди, погоди, ну, сейчас подплывем нормально. Нет, 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 нет. Во, сейчас норм. Вот, и вот, вот. Мы так не запрыгнем или запрыгнем? Запрыгнем? Ой, а чё так жестко прям? Мой корабль. Не, нормально вроде, нормально. Голову на второй этаж. Ну все, кидай, кидай. А я кинул уже все. А, кинул все. Смотри, тут две твоих этих, подруги. Ты любишь их по утрам. Кто там? Какулы? Эти подруги нашего Левчанского. Он, короче, он любитель животных, короче, оказывается. Да, я птиц люблю, как бы, собираюсь. То есть, ты видел, Лёх, да, вот этот ролик с Паниным? Да. Не-не-не-не. Он сказал, что он не такой. Это все постанова. Подожди, а как он писю мужскую... Лизал, это тоже не это он? Постанова. Ну, это все, Кость, постанова. Какие ты интересные видео смотришь, Константин. Кость, я расстроюсь. Ты не те смотришь. Хайп есть хайп, чё? Херовый хайп, я тебе скажу. Не, ну ты не мог-то, да? А я тут при чём? Алё. Так, я пошел рубить, короче, фарми. Угу. Подожди, у вас топор, да, вы еще, наверное, полюбасу сделали? Блин, сколько здесь всего наоткрывали, это жесть вообще. Да, да. Так, но я топор, пошел тоже. Топор обычный, да, я так понял, ребят? Да, обычный. А, да, есть, да. Он нет, один вид. Быть... Ну, да. Один вид топора нет. Пока. Почему нельзя оформить? Ой, тут сразу три яйца, Левчик. Ты можешь... Блин. Егор, Ютуб. Спасибо, ребят, за донаты. Кстати, говорят, все, кто подписались, да, сегодня новые акции на Ютубе. Короче, подписался на самые топовые каналы. Ну, я название не буду говорить. Ага. То, короче, там что-то произойдет завтра. Не помню, что, но что-то произойдет. Алексей. Блин, пацаны, что-то тут запрыгнуть такая, немного проблемка. Сейчас. Значит, подойдем просто другой стороной. Слышь, что-то с головой акулы вообще не канает эта тема. А, не, просто иди, не, сюда, Костян, иди сюда. Не, нормально, нормально, я все. Я забрался, я уже фармлю досочки. А акулу просто башку одел, все? Не-не-не, Лёх, это не работает, там уже на прошлом стриме сказали, что это не работает. Надо, короче, в момент, когда она начинает тебя атаковать, надо в этот момент, короче... И ударить, да. Пнуть её пикой. Да, нифига себе. Да. А, Левчанский, а как ты туда наверх забрался? А вот с другой стороны острова обойди, прям по низу, справа. Ага. И там что-то есть, да? А, реально работает, слышь? Её прям тыкаешь, и все, и она как бы это... Здорово, мужик. Хорошего вот тут, что ли? Прошёл контент. Вот с моей стороны, где я нахожусь. А, все, понял. Я ж охотник на акул. А когда у тебя металлическая эта хрень, это вообще найс. Да, ну, я так понял, она вообще быстро откисает. С двух раз, А четыре раза надо ударить, так два. Ничего себе. Так, Левчанский, подсади меня, я хочу наверх, честно говоря. Так вот, я сам залезаю. Ты где? В смысле? Не. Вот туда наверх, братиш, туда наверх. А, туда? Да, тут можно. Вот сюда подойди ко мне. Ой-ой-ой. Вот сюда. Вот так, вот туда встань. Во, сейчас. И надо как-то... Во. Привет. Блин. Давай чуть левее. Робсона. Давай чуть-чуть левее. Под самый край встань. Текс. Во, сейчас. Как вы туда залезли так? Сейчас. О, Левчик. Так. Получается? О, найс. Давай покажу тебе. Чудаки там носятся. Слушай, а пайка где? Как жарить-то? А, еда в этой... А, вон, вижу. В одной из коробок, в правой. Акулу бери сразу, она сразу. Кар, тебе от Люкана привет. Ой, спасибо огромное. Знаешь, привет ему. И дальше левее. Так, есть. Андрюха, спасибо твоему брату Артему, пламенный привет. Муа. Люблю, целую. Офигеть, сколько у нас здесь рыбы, мать моя женщина. Только лещ нужен, у нас леща вообще нету. А это скумбрия вообще, что ли, да, лайтово? Ну, как бы там они по... Яйца! Все, я покоритель вселенной. Найс. Покоритель яиц. Все, тебя оставляют здесь? Костянчик. Не, алло. Что значит? Так. Арбузики. Так, а что вы акулу не пожарили, алло? А я забыл. Надо гриль второй, подожди, чувак. Подожди, наверное, надо второй, да, гриль. Парни, не жарьте всю рыбу, потому что это... Нам для приманки надо.
Спасибо, тезка. Падла. А у меня пластика нет, есть пластик? Сейчас, у меня, да, много, на, держи. Вот же, а! Хватай, держи, держи. Я тебе больше не буду здоровья желать. Спасибо, спасибо, ребята, я же сказал, спасибо всем. А у тебя молока, молока, господи. Молока много, да. Не-не-не, молоточек я уже скрафтил. У меня сломался топор. Ну все. Ребят, тут минус скрим. Спасибо. Что добавить? Так, у меня есть пальмовая. Так. Так, Ливчик, тут, короче, спрашивают, а ты в курсе, что ты у нас вместо тёлки? Я не знаю, это там пип-пип-пип. Не, ну просто они тоже разные бывают, так что смотри аккуратно. Не, мне просто постоянный зритель спросил, типа, что у вас сосисочная пати? Да. Вот, берите, возьмите девочку. Я такой, а у нас Ливчик вместо девочки. А мне чувак такой, а он, а ты в курсе? Вот я тебя спрашиваю. Он, да. Блин, я не понял, что это за беспредел, алло? Так, что вообще, когда люди выживают, как бы, там уже не важно. У вас рыба есть, ребят, развлекайтесь. Сегодня ты девочка. Завтра он девочка. Блин, я не понял, подожди, а что у нас... А что у нас неравномерно так, алло? Что неравномерно-то? Блин, подождите секунду. Не, у вас все четко вроде, смотри. Слушай, сверху вообще баркас круто смотрится. Так, тут... Не, вот тут, блин, вот это я зря поставил, видимо. Я тебе сверху сейчас, Костя, скажу. Одна вот здесь, да. Да-да-да, вот это убери. Вот так красиво? Вот так равномерно, но смотри, вот здесь не хватает, Костян. Третий, на один ряд вперед двигай. Еще. А тут нужно... Вот, да-да-да-да-да-да-да. Привет, вот здесь не хватает. Удачного стрима, точка, я как прораб. Давай, распишись. Окей. Вот так? Дядь, да. Да, во. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, криво, слышь? Ты вообще нос, этот, ты нос этот криво сделал. Блин, тут 4, а тут 5. Вот, и как тут... На одну просто перенеси, да-да-да, и все. А потом треугольничек. Знаете, даже деревяшку сейчас скину. У тебя есть ресурс? Блин, вот почему тут 5, а тут у нас 4? Что за хрень? Это некрасиво, это не... Блин, это неаккуратно. Вот там чайки, что они, яйца, что ли, высиживают? Ребят, что делать? Нифига вот там... Сделай, как бы это, привет, по одной, по одной на еще, канале увидел, треугольник сделал, посмотреть, так и оторваться. В смысле треугольник? Нет, вот тут, на левой стороны 5, а тут 4. Да нет, а верх запаян, да? Худеж, здорово. Слушай, ну сверху я тебе так скажу, что вот здесь вот, в принципе, ну, ты, если 5 и 4, то ты никак не поставишь ровно. Вообще никак. Вообще. Блин, ну это некрасиво, братиш, это некрасиво. Что, давай все разрушим тогда. Да, давайте просто минус плод, все, некрасиво. Блин, ну раньше было как-то красиво. Не, ну подожди, ну в чем проблема? Тут у нас ровно. В чем проблема? Ряд еще добавить. Вот сюда ряд. Да. Ряд добавляю, все. Блин, вот это сносить все придется. Вот факт. Пошел рядок. У меня ресурсы. Дайте пластик. На, держи. Пластик. А, не, все, ГГ пластик. ГГ. Давайте тогда... давайте я сейчас спускаюсь... Листьев немерено. Блин. Привет, Леха. Блин, скажи, я тут уже настроил этих... Секрет, а их даже перенести нельзя, да? В некоторых стримах сидишь в форме, иногда в бронике. Их даже Майк, перенести отвечу нельзя. В конце стрима. Спасибо. Хотя... Да можно, можно. Просто тупо взять... Минуснуть их? Ну, минуснуть, конечно, и сделать. Дерева-то много. Нам надо плыть. Че, поплыли? Вы этот остров залутали? Подожди, нет, железный слиток. Давайте я вниз сейчас нырну. Надо дофига. Где вы? Кстати, Костян, давай с тобой. Покажи мне, где этот слиток. Давайте все вместе нырнем. Подожди, смотри. Зайди в там, где маска у тебя. Сделай себе ласты. Тебе надо ласты сделать и эту хрень. Подожди, маска. Это не обязательно. Костян, это не обязательно. У меня какой-то он вообще есть, акваланг. Карлик, это для тебя. Вот, он тебе нужен. Евреев много, как всегда. Подожди, бинокль. И цель у них одна. Не воровать. А, вот кислородный баллон, да? Не убивать. Кислородный баллон? И с ластами быстрее плаваешь. И не забывай. Так, я почапал за железной рудой. Давай. Ведь он наш господин. Точка, точка. Вот это она, по-моему, да? Нет, я, кстати, медь тут нашел. Найс. Медь — это хорошо. Но железная руда нам сейчас больше нужна. Спасибо, ребят. Да, ни копья, ни хера нету на самом деле. Блин, где? Сука. Слушай, что-то, ребят, проблемки. Давно тебя смотрю, быстро, это мой рыжий. Железной руды нифига нет, сейчас я. Серьезно, вот, поговорите без ушей, вот ссылка, линк. Не, ну это понятно, да. Поглубже посмотри.
Спасибо. Да вот, мне бывшая тоже так говорила, а потом ушла от меня. Как думаешь, Левчик, в чем проблема была? Не знаю. Дело не в тебе, дело во мне, сказала она тебе, да? Да, да, да. У тебя тоже такое было, да? Спасибо, ребят. Сейчас чекну донатики, сейчас. О, о, нашел, нашел. Они как герпес, короче. Ой, в смысле, как прыщи. На жопе. Не спрашивайте меня, откуда я знаю про герпес, это неправда. Леша, у тебя когда-то был герпес? Нет. А что это? Ловите лгуна. Я? Я. Помните, как в том мемасике «Ловите наркомана», да? С Геной, с крокодилом Геной. Какие наркотики? Сади свой кактус, слышь. И не выпендривайся. Я тут рыбу жарю. Я полезный. Ребят, 15 тысяч лайков на моем стриме. В конце проходим тест на IQ. Тест на IQ, да. С хардом, блин. А я уже прохожу тест на IQ. Я уже сейчас сдохну. Фух, успел. Ну, это был мой личный тест на IQ, сори. Так. Блин, я тоже чуть не сдох на самом деле. Как плавал за глину. Заставь Джова офигеть и пристрой, как в Fortnite дорогу. Да зараза, как ты меня за спину тут включил, а? Один, платформа. Ну вот так вот. Два в первом. Так, разделе, собственно говоря, друзья. До бесконечности. Собственно говоря, положить досочку, положить досочку. Это вот мы сюда положим. Так, это мы сделаем потом всякую фигню. Так, что бы я хотел? Я бы хотел взять вот эту железную руду. Вот, железную руду. Поплыли, нам еще ресурсы нужны. Сейчас, сейчас, я думаю, надо чекнуть еще эту руду там обязательно внизу. Там что-то еще да, остаться. Да, там есть что-то, есть точно. А. Так, я тут набрал всякие штуки. Медь, короче, 3 штуки. Песок, глина. Найс. Мне просто нужны слитки, чтобы копье нормально сделать. Да вообще слитки по КД нужны, на самом деле. Я бы еще одну, на самом деле, я бы еще одну плавильню, наверное, поставил. Вот это, да? Это реально то, что нам нужно. Да, если... Я конечно, понимаю, что... Что-то грызет. Где? Я ее прям так уже тут насувал ей. Ага. Распишись, я же попросил. И еще кое-что, если не веришь, так, что мне 23. Я ставлю еще одну плавильню, отдохнем. Потому что надо. Люблю тебя, самый лучший целую. Мы на прошлом стриме как раз говорили... С сливчиком, что типа зачем нам там два гриля, два водоочистителя, а потому что мы можем. Потому что. Просто. Как знаешь, как говорят мажоры, могу себе позволить. Тезка, привет. Вот я можем себе позволить. Писал, да, ребят, можем уже, можем. Все, поплыли, я этот якорь поднял. Погоди, а что, мы все облутали у вас, там вроде чуть-чуть было. Вы же сказали, вроде все. Ваша воля моими руками. Хороший сериал. Хороший, хороший. Пусть не ломает язык. Так, арбузная семечка. Ребят, ребят, я тут скульптуру выложил. Можете оценить, подойти? Очень красивая скульптура, да. Я художник, я так вижу. Пожалуйста, оцените. Ребят, оцените в чате, как вам скульптура. И чату привет, все лоси поставили быстро. И наконец банк. Кстати, а как кирпичи сушить? Я так ни разу не посушил кирпич. Спасибо, ребят. Это надо какую руду взять, Кость? Спасибо. Это надо кусок и глины, и все. И делаешь в инвентаре. Глиномесы, глиномесы. Не-не, мы нормальные, ребят. Тезка, привет. Да. Я Кости уже писал, так. Но решил написать у тебя. Досточки. Блин, а я чувствую себя сухо и комфортно. Если есть желание и вопросы по раз, готов. В целом-то так очень все неплохо у нас с вами. Костя может. Камни призабыть. Есть, все есть. И, кстати, камни даже выкинуть можно. Просто, не особо что не ценный предмет. Пусть не ломает язык. Камни не особо ценный предмет. Они вроде есть, а их уже нет. Так. Ананасовая семечка сейчас засадит. Прямо, тут все. Этот вообще да. Ломается, нет? Удачного. В смысле? А, вот, нашел. Всем привет. А, у нас тут перестройщик. Да. Лёха, скал надо расширить? Не, ну да. Спасибо, ребята, я сейчас все донаты прочитаю, брат. Спасибо. Я сейчас тоже, да. Сейчас, ребят. Спасибо, бутылочка. Нифига тут пальма, крокодил, львы и гориллы. А кто пальма, кстати? Говорят, что ласты можно покрасить. Хочу сказать, ты у меня самый лучший стример из всех. Ну раз уж ты уговаривал. Хочу тебе больше подписчиков. Так, сейчас, ребят, я тут вниз самый. Еще раз чекну. Сегодня будут видосики. Добавь плечи. Где тут герпес на скалах растет? К
Как надо найти? Вот я тоже нырнул. Еще что ли ниже? Мне ребят, просто... нужно обязательно сделать всем акваланги, потому что внизу да, руды больше намного. Лёха, нашел, понимаешь? Лёха, ты понимаешь, канал? Почему от тебя бывшая ушла? Пожалуйста, оставь комментарий. Ты нырял плохо. Да это понятно. Ха! Хорошая шутеечка, братан. Нормально, нормально. Я оценил. Молодец. Так, нам нужно много водорослей. У меня на стримдеке есть более качественная версия. Так что жалкая пародия. Ты что, реально записал, что ли? Не, не твой голос, просто из интернета, чувак. Твой голос, я записал твой голос. Не мой голос еще записываю. Да. Да я вообще думал тебя на стримы больше перестать брать, потому что... Я тоже думаю, но надоело, надоело. Да. Да, не, просто вот есть, скачал нормальную версию, то есть теперь уже никому вот это свистеть не надо. Нафиг ты что? А, то есть, ну хотя бы. Подожди, а вы же сказали, что мы отплыли, нет? Нет. Костян, говорят, там внизу еще больше руды, так что давай ныряй. Я уже нырнул, кстати, я нашел руду. Тоже. Серьезно. Кто якорь поднял? Я. Есть у нас один. Ну так а что ты не нырнул, там же руда. Я заблудился, где низ Денер? В смысле? На прошлом стриме то же самое было. Что за... Пацаны! Ты нас догонишь? Нет. Вот она меня догонит. Иди спасай меня. Я утонул. Ты утонул? Да ладно. Да? Я не утонул, а этот. Просто кто-то якорь поднял. Дыши, дыши. Когда четкий пацан нырял. Ксюша Бородина, Ольга Бузова на месте. Ну там третьего еще не хватает. Да-да, Венцеслава? Венжановского? Венцеслава, который воду-то в чайник наливает. Так, слушай, нам это, нам как бы лопата нужна, точнее, вот это вот. Весло. Весло, да. Изи весло. Вытащите меня из воды, пожалуйста. Меня зовут Гоша, сейчас, мне 14 сейчас. Лет, живу в Москве. Да ты не нервничай, ладно, все будет хорошо. Желаю тебе удачи в развитии канала. Удачи, алло! Здоровья в жизни. Жрет, брати, жрет самое нежное! Бэнк, тебя тоже бэнк. О! Офигеть, сожрала. Просто пипец. В смысле, кого, меня? Она... Да ты самая нежная, что ли? Ну да. Самая главная ячейка. Она жрет просто нереально. Кого она жрет-то все? Давай, 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 давай. Я поставил против давай, этого. Давай, давай, я пока подгребу. Так, подожди, я пока копье попробую сделать. Да, много добрался. Болт. Мне нужен болт. Так, и слитки еще нужны. Смотрите, сразу два чувака, Ксюша Бородина. Вот я никогда не мог сказать, но спасибо Ксюше Бородиной. Да, да, да. Да, за мое счастливое детство. Дай бог вам здоровья. Так, что тебя подняли, да? Распишись. А, нормально, да, все? Без сомнений. Выконец. Все. Так, копье сейчас попытаюсь сделать, пацаны. Так, супер копье у папы. Все, есть водоросли, есть водоросли. А, нет, нужно ловить, пацаны. Спасибо. Вы что, вы подняли? Все, поднимайте якорь, все, го. Так мы уже давно плывем. Подожди. Да. А, это так остров, типа, удаляется медленно. А против ветра просто, пацаны. Слушай, а вы не заметили, больше мусора стало? Спасибо, Дом 2, ребят, я вас всегда смотрю, на самом деле. Вот, вы знаете, вот, это самый лучший проект. По крайней мере, для сегодняшнего дня, да. Пойду им воду принесу. Сейчас мы на мусор наплывем и будем уже куда-то там дальше плыть. Дай бог вам здоровья. За вас. Ну, давайте. Хыть! Угу, я понял. Ребят, наплываем прямо на куче мусора. Ой, хорош. Тут сейчас вот мы заплывем, там сейчас полные ловушки сейчас будут. Ой. Никогда, говорит, не думал, да, но я это сказал. Спасибо Дому 2 за мое счастливое детство. А что из яичек делается, ребят? Увидел арт, ничего, не стремит, да, да, бросив все сразу. Дело, сделал сальто и поставил лайк. Я с уверенностью на то, что он пожелает мне удачи. А кисточка что, тупо красить? Красить, да. Можно не очень тупо красить, можно умно красить. Как, удачи. Кому как. Все во что горазд, как говорится. Слушай, а что, яйцами будем стукаться, нет? Или уже было? Там вроде кончик корабля, он ровнее будет. Какой конь, так кончика нету, там, видите, не хватает. Костян. Две и одна все не влезает. А, так подожди. Костян. Так можешь сделать тут три, потом две и одна. А, одну не поставишь, все.
Блин, нифига, вот тут прошаренные, тут дупел, видели сколько? Дупел? Не. Прям все попадается в ловушки. Слушай, а не смотрели, сколько лимит ловушек вообще? Ну, сколько в нее может попасться реально? Ребят, у меня тут музыку заказали, я с телефона ее включу, вы не против, да? Музыку заказали? Ну, какая разница? Да. Короче, мне сказали, что эта музыка как раз вот подходит под наш сквад. Все по феншую, отличного тебе. Я надеюсь, там не голубая устрица? Всем, кто смотрит. Да не, у меня зрители очень, это самое... Очень культурные. О боже. Да. О, пошел контент. Пошел контент. А там авторские права, потом ничего, нормально? Нормально. Нет, так я ж купил эти авторские. Ой, извините, я ж богатый стример, я купил, брат. Ты про других пацанов не подумал? Пацаны говорят, тут музычка есть. Минус канал, минус жизнь, минус все. А я потом заклеймлю ваши стримы и буду получать с них доход. Ладно, все. Все хорош, слышь? Хард. Все. Сорян. Я только на бочку присмотрю. Хоп, смотрю, поплыл. Уже поплыла, да. Привет, Леш. Так, расширяемся, друзья, расширяемся. Очень приятно смотреть. Мистер расширение, мистер Джок. Так. Спасибо, ну, Ливчик, твои друзья, смотри, что делают. Ливчик. Ну вот смотри, это уже второе. Сейчас я это исправлю. Ну давай. Понимаешь, Лёха, это Ливчика, друзья, вот эти Эти чайщики? Всё. Питающие, да, это он их тут. Они больше на грядке не приземляться. Кстати, пугало нужно поставить. Вот я уже поставил, я же говорю, они больше не приземляться. Раз, два, три, четыре, пять. Такая битва за бочки. Раз, два, три, четыре, пять. Я делаю, чтобы все было красиво по фэншую, пацаны. Подожди, это у нас средние грядки стоят, да? Угу. Это средние, а малые они вообще не нужны, получается, да? Леш, привет. Что такое? Спасибо за лайк. Что ты там ржешь, Алё, поделись. Да я тут бочки. Слушай, как понять, когда пальма выросла? Ну, когда кокосы, бананы висят, когда, наверное. Когда твой друг пернатый, Петухович, прилетит на меня, жрать бананы. Ребят, акула, походу, мертва. Да ладно. Где она? Аркания. Да, мертва, ставьте якорь. Якорь, давай, кидай. Кинул. Хыть, поплыл. Да, убил ее. Мразь. Мышь, мразь. На. Все, доплавал. Будь здоров, спасибо, ребят, дай бог здоровья. Только вы и пожелаете, больше никто. Не, ну, я еще как бы нормально к тебе отношусь. На стриме, да. Все залезли? Нет, я. Так. Все, я плыву. Что-то мне ничего не дали с акулы. Ну. Можно делать его просто. Давай вот сейчас не надо комментировать никак. Ну давай! То неловкое, слышишь, Ливчик? Та неловкая ситуация, когда Лёха даже акула не дает. Привет. Ну ты просто, ты сегодня в ударе. О, ребята, я вижу плот, на него. Давай. Спасибо, давай, ребят. Иди на него. Не, сегодня нет. Ай, хорош. Так, нам мы говорили, жаровня еще одна нужна, да? И что еще? На жаровню там уже сушится эта манда. Ой, в смысле. Я пенис выложил. О, высушился. Пенис. Куда ты пенис выложил? Пробовать сделать. Я делаю плавильню еще одну. Ай, какой же я молодец. Вот просто Джо в топ. Кирпичик, мокрый кирпич. Топ он будет, когда тест на IQ пройдет. Давай его. Ребят, ну вот как думаете, вот какой вот реально вот, кто сегодня вот победит? Не, ну то, что как бы я, это понятно, я имею в виду, с каким счетом. Вот, понимаешь, Ливчик, вот пользуется, сука, тем, что танкистом играет. Знаешь, вот прям вот этот крейсер, вот этот вот любитель драгонлора или что он там любит. О, пацаны. На КС. Чё? На КС, короче, говорят. О-о-о. Так, а где остров? Горит? Да. Кто из видел? Это... А, вон, мы не туда плывем, алло. Сейчас будет бунт. А где флажок, кстати, Костя? Говорил, флажок поставил. Где флажок? А, рядом с этим, вот он стоит. Вот он. Пацаны, я бы не стерпел. Вот этот любитель КС. Понимаете, вот этот вот.
КС моя жизнь. Докопался до танкиста, пользуется, что танкисты не тупые. С маленьким IQ? Да, с маленьким IQ. Да не, нормально, пацаны. Так, это что такое? Я тебе так скажу, не все. Я знаю одного, конечно. Костя, ну ты сам думаешь, сколько? Попадаш начинается. Да. Так, друзья, я могу кому-то подогнать 5 слитков на разные вещи. Надо... Да, слитки нужны какие? Какие? Вован. Поставил, в ящик засунул 5 слитков. В ящике. Вот. Бунт, блин. Да не, Костян шутит, вы чё? А то там уже все. На стене малое футболку рвет. Блин, ну это ж получится, что вот мы сейчас тут не сможем закрыть сверху. О, вот сверху вот эти говногрядки не смогут. Слушайте, а это нормально, что у нас лежит Ольга Бузова и Ксюша? Да, да, да. То есть у них своя атмосфера, да? Да. Ты серьезно? То есть сервак на троих, но как бы... Это вообще законно? Спасибо, бутылочка. О, яйцо. Подождите, а с яйцом что, его жарить даже, да? Не, его просто есть, просто есть. Тупо есть? Красава. Нифига себе. Давай, давай. Один на один. Слитки есть, Костян, сделает как его, еще один гриль. Слитки есть, хорошо, сейчас сделаю. Я там скинул, ребят, слитки. Там есть что-то. Нифига себе, слышь, яичко-то топ, кстати. Яичко так нормально, оно восстанавливает. Это лучше, глаза так как много. Потому что просто фанаты яиц. Так, ребятки, делаю еще один гриль, потому что мы можем себе это позволить. А, досок. Сколько надо? Пару досок скинь мне, плиз. Да, чуть-чуть. Вот я что-то уже нашел, еще нашел. Градиент, да, понятно, подкрутка. Доски. Держи. Давай. Так, ставлю гриль, потому что мы можем себе это позволить. Второй гриль, ребят. Внимание, прием. Ласт. Внимание, вопрос. Слушайте, говорят, яйцо можно пожарить, слышите? Пожарить яйцо. Логично, я поэтому и спросил. Изучи яйцо, мне говорят. О, яйцо. Так, а куда же это поставить? А я все съел. Достаточно грубо. Вы, говорит, финиш проплыли. У нас Ольга Бузова и Бородина. Так. 13 клевых проектов. На проекте... Там два. Я не знаю эту песню. Я тоже, ребят, не знаю. Я не знаю эту песню, ребят. Я первый раз здесь вообще. Что-то, ребят, одна сельф ловится, а нам нужен лещ. На сто лещ, чёрт возьми. Что-то ни ресурсов вообще нет ничего, мы что-то, видать, куда-то плывем. Нормально все, я тут медь делаю. И дрить тебя в медь. Практически. Слышь, может быть, вышку построим? Высокую прям. А что это рыба делает? Слышь, Лёха, рыбу надо в один ящичек. А, окей, сорян. Вот. А то, блин, бегают тут всякие, даже не знают, куда рыбу положить. Сырой лосось. Не тули свою рыбу туда, куда не надо, понял? Я свою рыбу куда хочу, туда и пристраиваю. Ну вот давай вот без этого. Рыбы мои мечты. Да. Слушайте, а чё гвозди-то такие дорогие, нифига себе. Вот, всё, морской лещ, наконец. Все, найс. Когда у тебя инвентарь сломается, перетащи его в аквариум. Перетащи его инвентарь и обратно. Да, его почистить. Спасибо, ребят. Сегодня, кстати, в чертогах Волгалы действует отдельная акция. Поставь лайкос Сереге, Лехе и Костяну на стрим. Да. И получи бесплатный проход. Так, ребята, что? Сегодня действует эксклюзивная акция на самом деле. Набираем 50 тысяч лайков на всех трех стримах. Так, И вызываем кракена, ребят. Ребят, я поймал уже 5 типов рыбы. Это скумбрия, сельдь, морской лещ, лосось и тилапия. Мне кажется, тилапия самая вкусная. Так, ну, это так я убираю. Варик. Я убрал парус, потому что говорят, что без паруса больше лута. Все. Без паруса так. Больше лута, типа? Ага. Слушай, а мы кокосы изучали? Может, из кокоса можно что-то делать? Тут-то... Не, ну я не хочу тебя расстраивать, но... Да, так. Кокос можно... А, нельзя изучить. Фонарь. Доски нужны на фонарь. Я с админом поговорила. Так, для ремарки нам нужно что? Нам нужно... Я понял. Ну, это шоу-бизнес. Веревка, морской лещ и сильный. Вы думаете, Костяну было легко развиваться лещ. Вначале? Тоже? Это ты про свое больное горло? Ну, Костя, а как? Просто... Ну, не знаю.
Ну, понимаешь, вот... Ну, а как вот ты начинал, ты помнишь? Помнишь вообще свой самый первый стрим? Через Ваномаса. Он мне подсказал, как партнерку подключить. Без прикола. Ну ты вообще помнишь, вот с чего ты начал? Вот сегодня вообще, ребят, видите, шок-контент на стриме. Ага. С чего вообще Костян начал стримить? Вот с чего ты пришел к этому? Я писал статьи по World of Tanks. И кто-то читал? Ну да, в живом журнале их много кто читал. А как журнал назывался? Живой. Ну, живой. Коля ушел спать. А, живой просто? Ну, Live Journal, там было сообщество по танкам. Вот, ага. Я там, короче, писал статьи по тактике. Потом мне один чувак говорит: Костя, задолбало читать много буков. Запиши по реплею. Ага. Ну, это типа запись боя. Запиши видео. Ага. И я на своем говнокомпьютере 2002 года записал. Ничего себе, ну, я так понял, получилось... Хорошо. Да, неплохо. А сколько ты всего стримишь? Слушай, ну стримить я начал где-то через полгода после создания канала. Вот, это, не знаю, там, середина 2012-го. Ну, посчитай. Нифига себе. Да. То есть ты уже прям олдскульный. Наверное. Не, ну Black Silver Уфа раньше меня начинал. А, ну это понятно. Он еще раньше. То есть, когда у меня было пару тысяч подписчиков, у него было уже 70, тогда это был самый топ. То есть, тогда у Висис хорошо было 150, по-моему, или 200, я не помню. Понял, да? Блин, пипец ты древний, вообще просто как говно мамонта. Так, ну вот можно без... Ой, извини, я вслух сказал. Извини. Да, ты вслух сказал, да. Извини, пожалуйста. Не извиню. Ну, значит, по старой схеме. Я думаю, еще пару ловушек надо, друзья мои. Вот, например, вот тут одну надо поставить. Сейчас я ее сначала сделаю. А ты когда начал вообще вот другие игры стримить? Ну, вот какие-либо. Сейчас, подожди, раз. Ага. Раз. Давайте вот сюда поставим. Слушай, где-то через пару лет после. А, то есть так довольно долго. Ну да, я очень долго только на танках сидел. Угу. А потом мне стало скучно. Я решил, что, блин, негоже это, негоже. Кость, ну ты мне скажи, вот ты, давай вот только вот сейчас без рофла, просто меня очень большое количество ребят твоих пишут там в комментариях, серьезно, сейчас. По поводу этого, почему вот так не любит реально вот арту, вот скажи мне, ну это же, ну вот, слушай, это я у тебя, не, я тебе реально объяснял, Лёх, короче, сейчас подъем, пожру. Арта, ты играл в World of Tanks, да? Я нет, но нет, я... Нет, в том-то и дело, он не играл в World of Tanks. Я мне интересно. Просто, и вопросы отпадут, брат. Не, Лёха, понимаешь, Лёха. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. На арте не играет, я понял. Да, угу. То же самое с артой, понимаешь? Кто вот это говно через это прошел, тот таких вопросов не задает на самом-то деле. Нет, ну нет, я с тобой не хочу играть, ты уже. Что это? Я прекрасен. Нет! Да что за подстава? Нырнул, да, Занырнул. Не, ну арта это тоже хороший класс. Но я, когда только танки появились, я немножечко совсем играл на арте. Тогда ее вроде не хейтили. Нормально все было. Не, понимаешь, вот я тебе, Леха, объяснял на примере КС. Представь себе, что в КС вводится новое оружие. Блин. Представь себе, что в КС вводится новое оружие, миномет. И стоят на базе, на планте или Б, или А. На планте Б или А стоят чуваки из миномета, трахают тебя, когда ты стоишь у себя на рейсе с АВП. Просто вот видят тебя сверху таким прицелом, анальным газом, и чпокают тебя там. По тебе, Кость, бы такое понравилось? Сначала надо подсветить, узнать, где, кто. Это же тоже не просто. А нихера не надо узнать. Все. Че ты умничай? Ты даже значение этого слова не знаешь. В смысле? Подсветить? Ну, когда да. Тебя засветили, тебя видно. Вот это, блин, да, IQ 150. Ну что, тебя видно, вышел из катки, зашел в новую и давай опять чемоданы кидать. Вот, слыхал? Так что нечего мне тут. Ага, нечего. Стример не тупой. Хренечего. Так, что у нас там, медь готова, по-моему, да? А, почти готова. Костян, ну, то есть ты мне хочешь порекомендовать первую мою катку сыграть на арте? Короче, мы когда с тобой сделаем двойной стрим... Поделила рекомендация. Мы когда с тобой стрим сделаем, вот когда совместный, по танкам, по CSGO, я тебя посажу на бутылку, в смысле на арту. На бутылку. Нет, ты давай вот... Я тебя посажу на бутылку. Так. Ой, в смысле на арту, блядь. Блядь.
нет! Опять он, посмотрите! И ты вот просто... Остров, ребят, слева остров, крутите! Давай, крути баранку! Кто там рулевой? Я. Слушай, ну я на ней отыграю великолепно, на самом деле. Не, я не сомневаюсь! Кейсер! Вы ж кейсеры на бутылку... Ладно, неважно. О-о-о, пацаны! Но это мега бунт сейчас, точно. Все, я их уже теперь точно не удержу. Я сейчас такую штуку сделал. Подожди. Все. Есть еще дотеры, они хуже. А змее похер. Инкубаторские, говорит. Это же эти иллюминаты, восьмая колонна, пятый раз. Да. Смотрите, что я повесил, пацаны, как вам? Мы теперь знаем, сколько времени, слышите? Сколько? Кстати, календарь, ты говорил, надо сделать календарь, чтобы отмечать. Подожди, так там часы уже одни есть, алло. Что ты там повесил? О, время. Наверху. Время срать, а мы не жрали. Наверху, алло. Так это читерские часы, а у нас теперь настоящие свои. О, все в чате. Я вообще думаю, это все можно разломать. Или оставим? Ладно, оставим. Не, ну оставь, да. Пока оставим. А, крутите баранку, ребята, баранку. В смысле, а куда крутить-то? А, тут налево. Ой, мы случайно проплыли, да? Я сейчас подгребу чуть-чуть. Ну вот оно! Все сейчас залетите на стрим к Джоу. Все вообще залетите на стрим к Джоу. Напишите «КС моя жизнь». Просто сломайте ему нахер там чат. Просто положите чат и покажите, кто здесь батя. Слышите? Все туда прям залетите, ворвитесь, админы, киньте ссылку. Ворвитесь все туда и скажите, КС моя жизнь. Слышь, еще и на дотеров. Знал я одного дотера. Царство небесное. Все. Парни. Да, здесь. Есть. Что нужно? Еще раз, извини. Да ничего не нужно. От тебя ничего. А, то есть вот так ты, да, заговорил? Да. Вот вчера ты мне по-другому говорил. Я тебя понял. Мы вчера с тобой не виделись, алло. А не надо сейчас вот эти людей обманывать, понимаешь? Все знают. Что все знают? А все знают. Ну правда все знают, Костян. Кость, ну давай, вот без этого, ладно? Ну было и было. Ну что теперь? Да ничего, я не делаю. Да все. Ну было, ну и что, Кость? А кому это в попу не лезет доски? Это вы серьезно, да? Прям такие зажрались? Я строю тогда дальше. О. Кость, в этом нет ничего такого. Да. Ага, я понял. КС моя жизнь. Я понял. КС моя жизнь. Ребята, скоро и моя жизнь будет тоже КС. Да, кстати. Леха, я думаю, Леха постарается. Да. Ребят, кто не шарит, мы с Костиком сделаем красиво. Кстати, Лёха, как думаешь, вот если я перестану играть танки и начну играть КС, IQ повысится? Ты знаешь, сразу прям. IQ, да. Ну, там, знаешь, сначала он у тебя повысится от новых знаний. А потом, короче, как ты только начнешь поднимать звания, ну, там всякие там, от Сильвера, там, Глобусу, там, и так далее. Там потом, как только ты начнешь попадать в катку с поляками, с турками, с Russian SNG комьюнити, то там сразу IQ повысится настолько, что ты начнешь воспринимать вот эти слова. То есть они как родные будут. То есть вы как бы вообще друг друга с полуслова понимать будете. В идеале, тем более, ты знаешь, одни плюсы от КС. В идеале начнешь знать язык. Представляешь, сколько языков? Вот ты сейчас русский толком не знаешь, а там, понимаешь, вот сколько? Да, вообще не знаю русский. Ты представляешь, сколько там языков люди? Это же великая комьюнити. Поэтому я тебе рекомендую, Костя. А что-то где-то жрет и... это случайно, все, я тупой. В смысле, я умный, конечно, но не совсем. О, у меня бунт сейчас. Горёк, спасибо. Дота, говорит, не трогай, падла. Два последние времени. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот жопа. Дотеры подъехали. Все, минус жизни. Слушай, а дотеры это же вообще невменяемые комьюнити. В курсе? Там вообще просто... Кстати, да. Там вообще пена просто полная. Так, сейчас подожди, я пытаюсь тут запрыгнуть. Да хватит вам троллить меня, ну чё вы, ребятки, все так. А кто кого троллит, я так и не понял. Да меня там троллят вообще по-черному, все, не тот. Во, я медь нашел, надо сдать пойти. Ядрить тебя в медь.
Я твою медь сдавал. Ага. О, господи, я только что форманул досок, просто забей. Слушай, вы куда уплыли, алё? Тут какула плавает. Я дотер, тебе конец. Найс. Так, секунда. Так, все, я арбузиков тут еще поднабрал. Сейчас я их всех сожру. Арбузиков, ты говоришь, поднабрал? Да, есть такой момент. Это хорошо. Ананасовая семечка. Так, бананы кокосы. Я семечки все выкинул, потому что, блин, у нас и так их до хера. Апельсиновый рай. Так, друзья, я ныряю. Нам давай, нужны... Давай. Всякая хрень нам нужна. Спасибо, ребят, на самом деле. Бананы кокосы. Просто ничего не влезает вообще в ужас какой-то. А ты расшири. Вшири, расшири, братиш. Так. Слушай, у нас тут с вами эти запасы стратегические нормально так растут. Бошек, правда, немерено. Какие-то перья, не перья. Куда это все? Блин, досок много. Слушайте, можно... Кость, может быть... Строй настил, чувак, строй настил. Второй этаж подостраивай. Так, короче, я сейчас кину ребят наживку, и можем все вместе полутать спокойно. Ты хочешь второй этаж построить? Ну, так я уже его строю, чувак. Подожди, а стеночки вот эти красивые, как ты хотел? Ну... блин, надо. Или что лучше-то? Сейчас, подожди секунду. Где там плот-то? А, вот плот. А где вход? О. Казан, ты проектировал плот. Сори. Короче, смотри, настил делай и... Ну, а, столбы нужны. Столбы нужны. Так, вот, блин, пугало придется, наверное, убрать. Сейчас, что там по хламу? Сейчас мы баркас отстроим. Так, доска. А, вот. А, можно ставить, да? Смотри, как красиво. Блин. Сейчас, подожди. А, по настилу. Ну, получается, тут... Что-то я вот не понимаю. Все, если тебе понятно. Так, настил. Ну что, второй этаж делаем? Да, достраивай. Блять, ну там много, там прикинь, сколько надо материалов. Ну, блин, а что ты думал, в сказку попал? Хотя, одни доски же. Слушай, а ты спойлер не думал сделать? Спойлер? Думаешь, быстрее пойдем? Конечно. Он знаешь, сколько дает? 30 ловкости. Ну это на скорости больше 300. Да. Ой. Что лучше, КС или Дота? Я не знаю. Шотох. Ну да. Да. Не, ну Дота что-то мне вообще не нравится. Я первую еще катал. Дота вообще для задрота. Вот в Доту я бы сыграл, кстати. Несмотря на то, задроты. Кстати, вы только, ребят, вы не забывайте тут проходы делать. Вот, если что. Вы тут, конечно, строите. Короче, надо нырять. Я кидаю ножевку для акул и поныряли все вместе, окей? Давайте. Мне лианы нужны. Мне лианы нужны. Так, сейчас куда мы ее? Где-нибудь сюда вот. Кинул? Короче, я поплыл. Да, кинул. Все, погнали. А ты... Сука. Просто трахнуть ее. Сейчас все нагрелся. Вы это снимаете, да? Я снимаю. Слышь, а чё это такое? Откуда рыбы столько? Привет, Лёха, первый раз тебе доначу. Это акула, не особо как бы. Она на меня греется. Это нажив. Сейчас я выпрыгнул. Привет, спасибо огромное, Антон. Спасибо, ребят. За донаты, за лайки, ребят, огромное спасибо, респект. 10 колосей, ребята. Если на каждом стриме будет 15 тысяч лайков, пройдем с Джовом тест на IQ и выясним, кто из нас умнее. Танкист или КСер. Так, сейчас. Костян, тут, блин, сплошные двери. Мы плывем вообще, ну, да. Нет? А что, она начала? Все, начала жрать, да? Можно идти. Да, я ее подла... Сколько у нас есть времени, интересно? Не знаю, я пошел. Я нырнул. Прыгай, я контрю ее. Я ее по контролю. Костян, ниже плавай. Не-не-не, мне лианы, эти, водоросли нужны. Слушай-ка, а приманка это такая топовая тема. Да. Да, она уже все, она уже не работает, похоже. Не-не-не-не, я немножко потыкал. Ребят, а может быть у нас у всех металлические копья делают? Может просто потыкаем и все? Ее. Да как варик. Вот, а чё мы паримся-то? Корабля хрен залезешь. Да можно, в принципе. Так и планировалось. Слушай, ну она сейчас ее нет, я ее не вижу. Она под плотом. Так. Чё-то я ее не вижу.
Наверное, у Костина, блин, уплыла. Не-не-не, у меня нету ее. Водоросли плавь. А что они дадут? А, сок. Сок лиан. Водоросли? О, я их сейчас... Я плавлю их, я плавлю. Костян, тебе говорят название игры сменить. Говорят, ты не сменил название игры. Ой, блин, кстати, да. Сейчас, ребят. Я это, кстати, совсем забыл. Сейчас. Соки трансляция, да. Слушай, не шутя, тут реально, смотри, прям плавится, все делается. А что сок лиан дает? Что из него крафтится? Кликая фигня вот эта вот. Так, я забыл, сейчас подъезд скажу. Падла. Какула. Все, сменил. Спасибо, ребят, за подсказочку. Так, мне нужно очень много сока лиана, вообще очень много сока лиана. Мне тоже нужен, вот сок лиана мне нужен. Я сейчас переплавляю себе, вот. Так, там еще есть... Я сейчас водичку принесу, сейчас я ношу. Нарнем, наверное, еще разок, да? Угу. Так, песочек у меня тут. Не, ну, лиан там точно уже нет, а вот, а все остальное... Слушай, ну воды, вот это вообще топовая тема с перегоном воды, это просто жесть какая-то. А ты бутылку себе сделал? Нет, зачем? Ну, блин, это лучше, чем кружка. Чаечка. Так. Сейчас найдем. Что там за бутыль? Это та самая, Кость, бутылка? Не, ребят, с головой акулы мне, ребят, сказали, это не канает. Вообще. Типа, голову акулы, если даже в слот засовываешь, то не канает. Бро, скажи Джаву, что он плохой человек. Пусть бы Эльдонаты читает. Удачного стрима. Спасибо, ребята, подписчики огромные. Спасибо. Блин, мне надо было бы, Серег, надо твой канал. Как тебя найти, люди спрашивают? А, да по никнейму Ливи Форсур также. Так, что там? Поняли? Пацаны. Тоже подписывайтесь. Балдёж. Не вот, будьте этими. Как мне, как мы ник мой написан? А что, приманку-то забрать нельзя, да? Тут... Не, а все, похоже. И она жрала, я ее два раза на эту приманку дотыкал. А слушай, а может, когда она жрет, ее можно убить по-быстрому, а? Так ты знаешь, вот сколько? Это, если, да, если, да, втроем, да. Если втроем на нее, да, прыгнуть, 100% можно, она отлетит. Вот, давайте так и сделаем в следующий раз. Убиваем, и 30 секунд ее не будет. Давай. Так я вам предлагал приманку и втроем металлическими копьями. Короче, сейчас я еще одну поймаю и будем разбираться с приманкой. Привет. Так, что я хотел? Что у меня по доскам? А, досок нет. Ребят, надо двигать куда-то, досок уже нет. Да вон, 5 досок лежат в инвентаре еще. Спасибо, посмотрю, не вопрос. Кто-то тут сухой кирпич сделал. Это я тестил. Надо дальше плыть, ребят. Что-то мы на месте. Да, стоим. Да, погнали. Снимайте якорь. Так, что нам нужно? Все. Погодите, что-то я вот здесь. 5 из 6. О, кстати, а ты приманку уже? 3 из 5. Вот так. Во. Текс. Ой, что-то мы не туда от мусора поплыли. Вообще прям не туда. А, ну поверни. Ой. Поверни. Опять она грызет. Где? Ну, она пугало пропарила, блин. Ну пугало так и должно быть, так и должно работать, кстати. Не, ну понятно, но, блин, это вот эти... Слушай, я понимаю, что вот у нас есть пальма, нам ее надо рубить, сажать новую, у нас типа доски. Ну, вот. наверное. Ну, давайте я порублю. Я покажу, да. Сажу. Что-то мы прям медленно очень плывем. Что-то мы против ветра, что ли, поперли. Может, там кокос какие-то, но ты, наверное, рубишь ее и получаешь все вместе. Ну, пальма, на самом деле, вообще непонятно, что с нее. Я так думаю, ее рубить доски, тупо. Доски. Да. Блин. Срубил? Да, я срубил, и там семечко с ней упало. А, ну посади сразу. Дожди, а почему ты ее не срубил? Она... А, у меня не хватило этой, у меня топор сломался. Фига. Топор кончился. Да. Так, сок лианы. Так, все, пальмовое семечко. Что? Еще один сок лианы нужен. И как раз, слушай, она самая плодотворяемая, видишь, срубил, вырос, посадил, все. Интересно, как вот этот сок выглядит, мне прям очень интересно. Сок лианы, ну такая... Жижа. Сопля, да. Да. Я сейчас, кстати, бинокль себе хочу, вот что я хочу. Бинокль — это тема. Так, что-то на горизонте вообще тишина. Один болт нужен. Остров такой бедный сразу, его весь обобрали, как это. Да. Так, а где, собственно, что ж мы так медленно плывем-то? Что за фигня? Подожди. Слушай, ну по ветру поставь. Или ты поставил уже по ветру? Подожди, не-не-не. То есть ты против ветра.
Вот, погоди, вот ветер сюда, то есть нам, да-да-да. Вот, вот так надо плыть. Блин, это нам надо, что здесь, рушить? Вообще, я пока уберу парус, сейчас лук появится. Сокляна, сокляна. Сокляна, давай я еще переварю, у меня еще есть. А, у меня водоросли, блин. Немножко не то. Так, стекло есть, пустая бутылка. Так, я сейчас прочитаю, ребят, я что-то упустил из виду. Пацаны, у меня бинокль есть. Покажи настройки игры. А, только как его? Ууу, а бинокль-то тема. Реально. Че он там? Работает? Да, офигенно. Смотрите, вот у меня бинокль. Вон. Сдохни, мразь. Короче, очень хорошо приближает бинокль, очень хорошо. Теперь нужно это самое гнездо, как оно называется на кораблях? Гнездо. Птичье гнездо. Да, дозор на эту. Дай посмотри, где бинокль, дайте глянуть. У меня в руках. Ну хорошо, хорошо так видно, в принципе. Скинуть тебе его? Остров весь обобрали. О, вот бинокль. Так, тут Лутецкий плывет, нормас, сейчас все будет у нас. Как его теперь только лутать? Слушай, ну, так у нас ловушек куча, чё ты? Ну я да. Я особо разницы не вижу, как бы. Я просто сейчас еще пару ловушек поставлю в стратегических местах. Стратегические? Всё. Да, стратегические места. Вон там бочки плывут. Найс. Чаечку. Две ловушки сделать надо еще. Раз. И еще одну. Что еще можно скрафтить, я думаю? Батарейка какая-то. Батарейка для чего? А, слушай, наверное, для какого-то устройства, типа приемника. Шарниры, кстати, я могу изготовить. Нужны они? А, ну, если только делать этот самый сундуки. Костян, забери бинокль. Давай. Что, серьезно? Ну, как-то еле-еле вообще. Еле-еле. Ну, ну, слушай, что поделаешь? Слушай, Харт, тут такая ситуация. Мне задонатили с просьбой, чтобы ты донаты прочитал. Чего? Подожди, подожди, я же читаю так по возможности. Ребят, я в конце еще стрима. Кого не успел, я быстро вам отвечаю. Я не с кнопки же, у меня Дискорд. Спасибо всем, кто донатит от души. Я, ребят, прочитаю. Кого не успел прочитать, я прочитаю все донаты. Я в тот раз, блин, завафлил на том стриме, но я прочитаю, не переживайте. Спасибо. Так. 9 колоисов. Красавчики. Спасибо, ребят. Прожимайте все нам лайки, пацаны. Не обгоняйте, кстати, Джо. Сколько сейчас у Костика? У меня? Да. 12. Все понятно. Все с тобой понятно. Пацаны, лайки или бунт? Прожимаем, пацаны, лайки, прожимаем. Мичик, давай выгоним его. Плюс три бочки. Он хороший. Лево, лево, лево. О, слыхал? А что, там что-то есть? Слева плот. Да-да-да, плывет эта херня. Поверни, поверни, поверни. Вот как я прям смотрю вот на него. Вот так вот. 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 Такими вот движениями. Да, вот такими вот движениями. Вот так вот. Блин, мне хлам нужен, пацаны. У кого-то есть хлам? Я тебе дам, да, да. Дайте пару досок и хлама. Держи. Топор сделать надо. И держи доски. О, найс, спасибо. Хыть. Все, хоть топор себе могу сделать. Топ место просто. Для отлова. Так, а я себе акваланг, пожалуй, замучу. Так, нам нужно. Я думаю, нам надо ловушка еще где-то. Кто у нас будет водолазом? Так. Пластик, сок, лиана. Вообще, один раз не водолаз. Правильно, Костя? Да, да, да. Второй раз, как первый раз. Это не точно. Понакатанный, да. Слушай, мы так долго будем. Давайте, блин, мы проходим. Он, походу, дело пропал. Зачем пару сняли? А это Костя, все. Не, я ничего не трогал. Сейчас я подгребу. Сейчас, подожди, я думаю, вот сюда, наверное. Тут... Давай, пучка, хыть! Нифига, что за турбо такое включили? Это я веслом грибу. Минус лут, минус жизнь, минус все вообще. А ты спрыгнул, что ли? Бочкой. Нет! Все, я перестал говорить. Как в тех фильмах. Да не-не, все, уже поздно. Плыла бочка. Да насрать, главное к этому приплыть. О! Кстати, Харт, а мы тебе рассказывали, что у этих чуваков есть уникальные... То есть они настолько читеры, что у них есть уникальные итемы. Да ладно. У них лук есть. Лук? Которого нет в игре, да. Да, и у них вот есть шар. Как они это делают? Ну как? Мозги, руки, как бы, чувак. Да. Нет, я имею в виду, если даже в игре нет этого, как вообще это может появиться, ну, вот если так, нет этого? Вот так, чувак, вот так. Слушай, ну, крутость их просто зашкаливает.
Да. В лобное место я Бузову. А, Костян, тебе говорят снять одеть ласты, а то они у тебя пойдут по этому самому. А, они восстанавливаются, я понял. Спасибо, бро, спасибо, Белорусик. Да, мне тоже только что подсказали. Белорусик, это хорошо. Вообще, это, не знаю, это нечестно. Конечно. Здоровый Лёха. Мне, меня устраивает, мне и так хватает хардкора, ты знаешь. Тебе и в том плане, что там разные крюки, шмуки. Добавь плиз в Steam, если не трудно, линк. Добавлю, ребят. Блин, спасибо. Ну все, у нас все хорошо. Осталось только достроить. Все, что надо достроить. Здравствуй. Твои стримы нереально круты. Ребят, второй этаж помогите достроить, блядь, а то вы реально ни хера не делаете. Дело. Тут на второй этаж еще строить и строить. Спасибо большое. Дофига, спасибо. Я бы сказал. Надо трюм нормальный сделать. Надо парус опустить, потому что все мимо проходит. А, кстати, а я могу? Понятно, не могу, походу. Лесенка из крыши. Слушай, а манговое дерево, короче, тоже. Я так понимаю, что пальмовое самое крутое, рули, потому что с него получаешь кокос, что лучше. Кокос или манго? Наверное, манго лучше, да? Особенно если так. Покрасить цветами. Интересно. Перетерпи три, да? Цветотеркой. Раз, два, Костян, три. Как ты смотришь на лестницу в небо? Я хочу башню в небо, братиш. Просто Лёх, лесенка из крыши одна к другой пристраивается? Или... пол колонны настил. А, колонны же можно ставить. Все, я понял, он просто говорит. Ну да. Слушай, ну можно, а почему нет? Откуда-нибудь вот отсюда как забабахать? Слушай, откуда обычно? Мы же можем ее пришвартовывать, да, получается, эта лестница? Ну что, вот отсюда ее забабахать, давайте. Блин, ну с гвоздями будет вообще подстава. Лютая. А хлам нужен, хлам на днище. Но у нас столько не будет. А сколько надо гвоздей? Да там, ребят, там очень много. Там лестница, да. По три гвоздя каждая. Не, да, если да, наши да. Друзья чутаки сейчас подкинут. Блин, гвоздей. Слушайте, короче, помидоры вообще, это какое-то расточительство их. Они ничего не прибавляют, с ними больше мороки. Водой полей, водой того, сего, короче. Ну, да. Слушай, ну это нужно на раннем, красоты, на раннем этапе вся эта петрушка нужна. Арбузная семечка, очень. Я да, лишился, короче, доски, да, вот эти тумбы, да. Ну, хотя бы можно рубить, что-то с этого получать. А вот эта шляпа, типа арбузов, это, конечно, она вообще это такое себе. Это для красоты только посадить, как бы, если делать. Если будешь продолжать, скажи, когда. А девочки у нас нет. Ну, если не считать лифчика. Ну, арбузы мы все равно посадили. Почему нет? Так, сколько гвоздей надо? Гвоздей на одну лестницу 3 гвоздя. Это очень много. Угу. Хардёныш, State of Decay. Блин, ну давайте сегодня, если рекорд поставить. Я, правда, не высыпался специально. Давайте, если сегодня какой-то жесткий прям рекорд по лагам... по лагам, блин. По лайкам будет и по подпискам. Давайте забьемся с вами. А почему бы и нет? Такой мини-челлендж сделаем для подписоты. Короче, смотрите. Сейчас на этом стриме у вас есть 1.5 часа. Это вам челлендж. Лагает, я просто игру, ребят, свернул. Сейчас давайте я вот так сделаю, чтобы не лагало. Изи челлендж. Хорошо. 357 тысяч сейчас. 633 подписчика. 357 тысяч. Давайте так. 358 500, если будет... И 15 тысяч лайков. Вы это делаете вообще на изи, ребят. Для вас это вот так. То пилим ночной стрим по... Я игру просто сам прошел. Ну, как бы, все, что хотел, я записал. 358 500, короче. Все, забились. 358 500 и 15 колойсов. Изи, поехали. И будет тогда ночной... Еще после, сразу после этого, по State of Decay. Вообще без боя, пацаны. Забились, сказал, я сказал, я сделаю. Но я сгоняю за кофе, ладно? Я съезжу. У меня, в принципе, недалеко ехать на заправку. Кофеечку, ладно, возьму и сделаем. От Джоу привет, всем, кто от Джоу. Здорово, пацаны. Все, 358 500, если будет подписчиков. Изи, запилим. Сорян, братцы, я маленько отвлекся. Ага. Нормально, так, все. Что решили, Костя? Что решили? Серег. А тут какая-то есть арматура для фундамента, да, но она очень дорогая. Она дорогая, мы посчитали, что если по краю все обделать, то акула больше не будет жрать плод. Но она будет через ловушки внутрь, возможно. А она может быть через ловушки, да, вот я согласен. Да. Надо бы как-нибудь узнать. Тогда каждую ловушку... Ну, давай!
Может, вообще весь пол как бы здесь. Слушайте, а давайте, может, у чуваков попросим 9999 дерева? Давайте сам... просто ради интереса. Ну, если не западло пацанам. Ребят, а если и слышите сейчас, стрим... Парни сейчас напишут, ага, конечно. Не, если сейчас они дропнут гвоздей хотя бы. Если сейчас вот сюда они гвоздей надропают, давайте сделаем самую высокую какую-нибудь башню. Интересно, вот есть вот, ну, предел какой-то? Не-не-не, я думаю, перед башней нужно настил доделать. Давай. Давайте, да, просто выстроим корабль. Ребят, читаки, накидайте, пожалуйста, гвоздей и досок прям стаки. Давайте попробуем. А, они вот, кстати, пишут, с бетоном меньше урона будет проходить. А, ну тем более. Давайте ради интереса сделаем, почему бы и нет. Просто посмотреть, как это вообще получится, что из этого выйдет. Я думаю, никто из зрителей не будет против, интересно даже. Можно, ребят, конечно, фармиться, да, долго. Я не думаю, что ребята будут против. Кстати, да, я хотел бы выстроить просто огромную хрень. Просто, давайте, да, ребята, короче, есть возможность, можете... тупо, да, нам люди могут дать сейчас ресурсы, ребят. Просто тупо просто, выстроить. Просто вручную, да? Строить мы это долго будем. Очень долго, ребят, это надо очень плавать, долго, собирать, да. И так далее. Да, ну, да, да, да. А я думаю... хочется... Да, опа. Да. Опа, подожди. А кости хочется. Подожди. А тут мы тут на заплыли на это самое, опаньки. Хорошо, ресурсики есть. ФПС маленькие люди пишут будут. Ребят, ну, не у всех большой ФПС, понимаете? Ну, я уже говорил на всем. Ребят, ну, а с маленьким ФПСом люди живут, живут. Либо крышу. Спросите у Костина, он вам точно скажет. Либо половину. На настиле следующая половина колонны. На нее настил. Спасибо. Блин, я столб что-то поставить не могу. А вот, по-моему, вот так надо. Настил, угловой настил, люди пишут, стройте. А что такое, подожди, а угловой настил это какой? А угловой настил есть какой-то. Я так понимаю, это вот этот спойлер, который под углом ставится. Выгнутый деревянный угол крыши есть только. Треугольная деревянная стена. Кстати, вот треугольная есть такая. Да, можно ее, можно ее тоже. Кстати, красиво будет. Это какое? Какое, Костян? Ну это там, где уголки. Там, где а вон, ребята, слышишь, нам скидывают от души, парни. Гвозди, о, доски это... скидывают. Го, поехали. Скидывайте, о, все говно, блин, из инвентаря, всякую эту. Пластик. Не, можно мне... Это жестко. Это жестко. Это очень жестко. Спасибо, ребят. Спасибо, кто там. Читерить, красавчики. Дай мне дерево. Никогда не думал, что я это скажу, но вы реально красавчики. Кто там читерит? Да-да-да-да. Ребята, а можно дерево, пацаны, еще? Дерево. Да там все наскидывали. Да там наскидывали, Кость. Не, мне дерево нужно, у меня дерево. На. Давай я наскидываю просто кучу всего. Давай, где ты там? На, держи. Дерево, гвозди. Блин, я не знаю, что. Дерево, 10. Они кинули 10 тысяч дерева. Здесь можно, знаешь, куда устроиться? Не хватает. Кость, посмотри, там хватает, нет? Ой, подожди. Мне даже интересно, что получится. Давай посмотрим, что получится. Железный пол давайте сделаем, раз такое дело. Ты посмотри, сколько всего накидали. А, нужны слитки тогда. Слитки нужны. Да, надо. О, боже. Кто-то заберите себе слитки и делайте железный пол. Кто-то один. Давайте поставим 50. Твою мать, вы видели вообще, что они делали? Боже. О, боже. Пацаны, вы просто поимели эту игру. Просто самый... Я строю. Я они строю, кинули 20 тысяч хлама. Боже мой, 10 тысяч гвоздей. Это все, это минус жизнь, минус все просто. Минус игра, минус разрабы, минус, короче, вообще просто все. Не, а мне нравится, я люблю строить, пацаны. Это жесть просто. Короче, сейчас будет шок-контент. Скриньте. О боже. Ставьте, да, эти. Давай, а я пол буду сверху, да? Да, слышь, ты пол какой делать? А настил? Ну, привет. Сверху обычный настил. Леша, желаю, деревянный, да? Сверху нормально, да. Снизу делаем, мы просто заменяем все дерево на железо, правильно? Да, да. Сейчас я пол забабахаю. Ребят, жмите лайк, кому нравится. Топовый контент подъехал, пацаны. Все, пошла жара. Пацаны, от души, я не знаю, кто вы, но это просто жесть. Просто респект. Нормально. Пошел контент. А что ты делаешь, Костя? А, дай мне слитки. Или там есть слитки? А, какие нужны слитки? У меня нет слитки. Какие? У меня мало. А, тихо. Железный какие слитки? Слиток. Все, взял. Там где-то валяется. Сломают полный всех. Братаны, топ
Пошла жара. Пошла жара, друзья, просто. Подожди, это металлический пол? Да. А почему? А почему он так выглядит? А, вон типа арматура, да, обделана. Да, да. Карты так, самый топовый ютубер, если блин, сложно, чуваки, я просто в шоке. Моего друга Линка, меня Линка, передай Никите Горлову. Блин, привет. Это просто ты пипец. Топовый, я смотрю, это реально просто пипец. А, ты поставил уже, я понял. Да-да-да. А тут можно его только армировать, сначала надо поставить обычный. Сначала обычный, да, надо ставить. А ребят, без столбов не ставится пол, сразу говорю. Пожалуйста, и можно ли с вами поиграть в раунд? Не, ребят. Мы сейчас тоже закончим раунд играть. Ребят, вот этот центр с лестницей, короче, какая-то подстава. Вот здесь вот я не могу строить. Вот здесь. Где? Вот здесь вот не строится вот эта линия. Ну да, давайте просто, ну как бы... А, тут столбов нету. Знаете что, слушайте внимательно, ребят. Ставьте столбы, давайте. Ага. О боже. 40 тысяч досок. Что? Просто что? Нормально, братаны, нормально. Пилите столбы. Просто пилите, минус раф. Пилите, она золотая. Пилите, да, Дажора. Меня все устраивает. Меня все устраивает, все нафиг. Как? Я просто, мне интересно, что это за люди. Остров это вижу, ребята, ну, как бы так. Минус остров. Что? Кому это нужно, Левчанский? Какой остров? Все, бочки кто-то ловит, знаешь, это по привычке. Да. Ребят, поставьте, пожалуйста, эти, как вот эти, колонны. Сейчас я поставлю. Пальмовый лист, дайте мне кто-нибудь, у кого там 40 тысяч. У меня, на, держи, на. Кость, скидываю, Кость. Где? Вот упал. Подо мной. Все, забрал. Так, тебе надо сейчас, дай подумаю, вот так. Спасибо, Никит. Пацаны, спасибо всем, кто донатит. Я все прочитаю, перечитаю. Слушайте, это пошел шок-контент, реально. Ребята, шок-контент, прожимаем лайки за такое. Вскрыли игру, это жесть. Да. Вы когда-либо вообще видели. Красота? Красота, я считаю, друзья. Красота. Ставьте эти колонны, ребят. Я ставлю. Я тут пока еще низом занимаюсь. Ага, все, пошла. Пошла жара. Сейчас тут еще колонн тебе поставлю. Давай. До конца не могу, да, довести эти. Устойчивости, видать, сейчас не хватает. Ну как-то вот так, наверное, или... Да. Знаешь что, сносите все эти паруса, вот это всю вот эту дичь. А, ну, кстати, не, парус... А, подожди, ой, кстати, я пить хочу. Сейчас, бро, подожди секунду. Угу. Слушай, не, ну как бы это этим, но про жрачку-то нельзя забывать с водой. Слушай, ну да, да, кстати. Кстати, мне надо бутылочку что-то сделать. Что-то мне подсказывает, что там сейчас и жрачка, и вода, и все будет. Короче, где нету этих, ставьте колонны. Вот я там не могу поставить, к сожалению. Сейчас. Угу. Парни, говорят, что если мы пару сов поставим еще, то будет все быстрее плыть, типа. Мы сейчас, знаешь, что сделаем? Мы сейчас на втором ярусе. Здесь все паруса вообще снесите, ребят. Вообще все паруса снесите. У нас как бы он один, что значит все паруса. Не-не, ну вот этот, пальмы, вот все, что мешает. Уберите, переставьте его, зачем? А, пальму снести? Да, пальму вообще уберите. Не, она уже не актуальна, братья. Да. Не, ну красиво же. А мы сейчас понастроим сверху пальму. Да, сверху можно поставить. На втором этаже сейчас парусов навтыкаем. Почему столько дерева? Ребят, скрыли игру. Просто ломанули игру и все, и как бы ГГВП. Привет, бро. И спасибо тебе, что принял меня в свою банду. Спасибо за поддержку и внимание ко мне. Надеюсь, будем дружить. Добавь Steam, плиз, если не против, Линк. Окей, добавлю. Не на этом, ладно, только в стриме. Ага. Слушайте, блин, так. Вот здесь вот, к сожалению, надо как-то вот эти колонны ставить. Сейчас, блин. Во. Во, изи, ребят. Сейчас еще колонку поставлю. Так, вот это надо убрать. Угу. Подряд. Блин, там столько дерева на острове, пацаны. Там да это... Хороший остров попался. Вечер, держи в курсе, братиш. Да. Ой, там еще ящики, смотрите, плот с ящиками. Да этицкая сила, а. Парус мешает. А где? А вот, парус, ломай его. Сейчас. Да зачем ломать, я его заберу просто. Или да, или забери просто. Вот здесь, ребят, нет еще устойчивости. Где, короче, дупло, там ставьте эти. Так, подожди, мы сейчас знаешь, что сделаем? Нам надо наискосок какие-то хери. Я предлагаю спойлер. У любой крутой лодки должен быть спойлер. Вообще, у всего самого крутого. Да, подожди, секунду. Вот так норм же смотрится.
Или не норм? Во, подожди. Да-да-да, и выше поднимай. Выше, выше. Смотри. Прям застраивай. Во-во-во-во, вообще, вообще по красоте. Во. Смотри, как... Ой, нет, блин. Кто? Костян, еще здесь воткни линию из этих, я дострою. Вот эти убери, да. Все ловушки, ловушки, все вот это убирай и не, колонны. Ну пусть будет, что, ну смысл их убирать. Ну или да, не можно. Все, я построил что-то там. Ага. Просто, просто забей. Просто забей. Так. Угу. Во, по красоте идем. Так. Только вот как дальше, что делать тут, я вот не знаю, честно говоря. Блин, а вот здесь, наверное, не воткнуть вообще никак. Это проблема будет сейчас. А, нет. О-о-о, посмотри. Сейчас. Посмотри. Блин. Секунду. Я у мамы строитель. Смотри, смотри, смотри. Сейчас. Смотри, как красиво будет. Во. Во, вот это. Этот ряд нужно убрать. Я придумал. Я сделал. Блин, мне попить нужно. Ребят, дайте кто-то бутылку. А, я сейчас сам себе бутылку делаю, подождите. Мне сопляный просто нужен. А, тут... Фига, тут дропа. Чё за жесть? А, мы ж плывем еще. Блин, сокляны. Ребят, нужен еще один сокляны. Кто-то может дать? Лиз? Сокляны? Один. Блять, у меня ляна только есть. А, нет, я выкинул. У меня 999 лян, сейчас я поставлю жариться. Привет, нет, а, я понял, давай. А дай, пожалуйста, пока свою бутылку я выпью, бро. А, хотя подожди, у меня может какой-то кокос там есть. Как себя чувствуешь, кстати? А, кокосов, блин, нету никаких. Держи, держи, держи. Ага, давай, давай. Точка мог бы больше, но карту замочили. Классный ты дядька. Очень много общего у нас по мировоззрению. Спасибо, ребят, да? Завтра заходите в Дискорд, я же общаюсь, я постоянно в диске. Костик тоже сказал, скоро будет в Дискорде постоянно. Я постоянно в диске. Да-да-да-да. Вот это я, ребятки, красавчик. Что вот ты там? Вот это я молодец. А я прям просто под наклоном. У нас, короче, скоро будет этот, супер-драндулет. Супер-драндулет? Два паруса, люди пишут, слышишь, нам читаки пишут, два паруса не ускорят. Мы не поставим мне два. Читаки пишут. Читаки пишут, говорит. Нормальные пацаны пишут, два паруса не ускорят. Да-да-да-да. Ребят, я застрял. Вини, вини! Смотри, вот я не могу ничего сделать. Подойди. Все, все норм. Не, ну прикольно. Я не думал, что тут можно застрять. Ой-ой-ой, пятачок, я застрял. Да. И киберспорт готов. Не, кстати, эта игра киберспорту готова. Да, все. Уже все готово. Инфа просто сотка. Так, пацаны, достраиваем. Так, блин, вот тут, правда, нужно тоже. Я понял, что, оказывается, чтобы достраивать, можно вообще не спускаться туда вниз. Она прям снизу втыкаются эти. Так, нужно еще треугольничек тут поставить. Что за ужас здесь творится? Тут можно вот так, что ли? Да ладно, бутылочка, нормально, что ты начинаешь? Ой-ей. Что-то еда заканчивается. Ой-ой-ой. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опасный момент. Давай. Да, ребят, дайте два пластика. Есть два пластика. Подыхаю. Пластик на, подо мной. На. Вот так, в ловушках. Нашел? В ловушках. Ага. Бутылочка. Мы и так сейчас кучу времени на это убьем. Все нормально. Мы просто чуть-чуть ускорили. Во. Найс. Даже из учитывая, что у нас есть ресурсы, мы все равно сейчас потратим, чтобы построить корабль, очень много времени. Так, вы дальше что решили? Пол здесь, да? Все, что. Весь потолок, его надо переводить в этот, да, вы сказали? Да. А как она? Где это, Кость? Арматура для фундамента, да? Да, в самом верху и направо. Весь пол надо переводить, да. Ой-ой-ой, а у меня слитков нет железных. Скиньте, а я, давай я это сделаю. Давай. Костян, 999. Давай. О, кстати. Изи. Юр, ей очень тяжело написать сообщение. А, игра? Вы про игру? Платная или бесплатная? Платная игра. 400 рублей стоит, примерно. Прочитать донаты. Так я прочитал уже. Сейчас смотрю. Боже! Первый раз я не читаю донаты. У меня больше не бывает их столько, чтобы читать.
Вот видишь, это называется успешный стример. Да, мой господин. Так, а чё, подожди, а чё у нас тут дырка? А почему у нас тут дырка? Тут же была ловушка, по идее. А ладно, хрен с этой ловушкой. Так, Все, ребятки, днище армировано. Просто днище. Да нельзя. Я вам базарю. А для чего нужна половина деревянной колонны? Офигеть, баркас получается. А это типа низкий уровень. Ну типа, чтобы не полный этаж был, а полуэтаж. Ага. Подожди, а как же вот это закрыть, интересно? А там на все есть фигуры, бро, на все есть фигуры. Вообще половинчик. На все, что есть, да? Да, половиночки. Все можно сделать. Да, найдем. Спасибо, бутылочка, спасибо. Ой. А мы не слабаки, мы просто сэкономили время. Слабаки, говорит. Не, ну серьезно, блин, вот это все, понимаешь, вот это все самое. Да это ты что, это чокнешься строить. Это стримов 50 надо сделать, я не знаю. Чтоб такие ресурсы, да, нам намыть это надо, я не знаю, это... Что-то света, кстати, мало или нормально? А, мы же закрыли полностью вверх. Ты прикинь, мы тут все соорудили этот. А, надо больше фонарей. Факелы, да-да-да, надо. У меня, кстати, хлама нет под фонари. Слушай, вот здесь вот я не знаю, как закрыть, Костян. Может, ты, конечно, найдешь, я что-то не нашел. Вот этот передок на первом этаже. Передок на первом этаже я не нашел, чем закрыть. Ну, как бы, есть у меня размышления определенные, но... Подожди. Ну, ты немножко неправильно сделал. Там надо было... Сейчас, там надо было продлить. Этот, да-да-да, пилони там сверху. Сейчас. Тут нужно было... Ты вообще все армированное сделал? Да. Блин. Пипец, блин. Блин, сейчас. У меня тут проблемка. Оказывается, надо еще пить в этой игре. Блин. А, бывает, да, такое. Да. Ты... Вот это да. Сейчас я попью. Это просто жесть. Посмотри, что творится. Так, надо вообще парус поставить наверху, я думаю. Ложком. Штук 20. Пока пусть вот так. Главное, пальма растет. Слушай, а может быть вообще лестницу поставить? Так у нас вот одна есть, и единственное, что я бы еще одну сделал, может где-то. Хотя это одной должно хватить, по идее. Парни, а как сделать этот пол на втором этаже? Что-то у меня не получается. Пол на второй этаж? Ну вот да, вот на. А где именно? На балке. Вот поставил балку, а как к нему пол привязать? Подожди, ну. Должно ведь. А вот. Даже как ты это делал? А, ты, может быть, не тот пол выбрал? А, нужен какой-то другой пол? Да. Это знаешь, где пол? Первый, деревянный настил. Деревянный настил. Все, понял. Ну что, колонны здесь ставить? Еще третий этаж будем делать? Я думаю, на втором этаже можно сейчас башню какую-то строить, прямо наверх. Давай. Я тут хотел это, для курочек сделать место. Можно знаешь, что сделать? 4 паруса и, короче, вообще вот здесь, вот. Уже правильно начали башню строить. Давайте прямо вот здесь вот, короче, башню впилим дозорную. Можно, в принципе, да? Жесть. Давайте. Сюда, наверное, только вот это сломать, да, надо, а то не залезть. Да. Так. Слушай, ну что, ставим колонны тогда. Отсюда прям снизу же их можно ставить. Надо только подумать, какой будет длины. Так, I'm back. Так, нужен новый топор. Блин, ну уточка вообще здесь прям не в кассу стоит. Тебе тут передают, что для тебя могут открыть сервер. Она жрет! Ну ты мразь! А все, бахнул по ней. Слушайте, утку... На выделенном компе, прикинь, тебе могут открыть. Да, вот это сразу видно. О, антенна. Алло. Где? Вот. Они антенну оставили. А, реально, слышь, смотри, антенны натыкали. Жесть, они что с этой игрой творят. Костяна, забери уточку, пожалуйста. Сейчас. Ну, пол... забери ты сам ее, возьми. Подожди, ее. А ее можно? Я могу взять. Да. Я думал это... Спасибо, бутылочка. Так, сейчас, секунду. Утка, реально, прикинь, утка. Так, давайте решим, какую башню делать. Широкую или нет? Широкую на широкую ставь. Мать. Широкую на широкую. Да, ты широкую, ёб твою мать, на широкую ставь.
принципе, казалось бы, что может быть проще. Все равно же Спасибо, Катя. Спасибо, ребят. Фанаты. Слушай, ну я думаю, вот до сюда вообще за глаза хватит. Вот я последний ряд прям ставлю. Пипец, блин, что за жесть. Во-во, грязный. Видите? Что это? У каждого свое. Кто чем? Костяныч, армированный пол, братан, запили здесь, пожалуйста. Так. Да самой фигуры только не хватает. Это просто пипец, что мы здесь наставили. Это уже третий весь этаж, да, идет, получается? Что тут, стены? Слушай, а дай... Кость, где этот? Ребят, киньте, пожалуйста, эти тростника еще. Давайте красивые стены запилим. У меня не так нет, короче, особо. Блин, у Костика тростник. Ты дырку задел на лестнице. Да ладно. Блин, Довина. Завал, да? Сейчас, погоди. Сейчас. Пацаны, киньте ли этих листьев? У меня есть 20. Хочешь 20? Да не-не-не, там прям надо красиво сделать. Вот этот контейнер, ну, он нам не нужен. Сейчас, если они увидят. Сейчас, да-да-да, ребят, скин. Остров там слева. Ребят, короче, надо, знаете что, листья пальмы. Накидайте. Просто унизили игру. Где шест? Сейчас, ребята, может, подкинут. Листья пальмы нужны, короче, листья пальмы и... Да и, в принципе, и все, наверное. Пока что. Во, от души. Спасибо, ребят. Блин, не то только кинули. Сейчас ждем. Спасибо, ребят, не то кинули. Да-да-да-да-да. Не, я смотрю, они дропнули. Я думал, блин, листья пальмы, если есть возможность, дропните, ребят. Блин, Костик АФК, у него все листья 100%. У меня такое ощущение, что они даже лут сделали. Что, короче... Ладно, давай я из досок просто поставлю стены, ничего страшного. Ты тут пипец досок, вон, смотри, валяется. Подожди, а что здесь еще есть? Так, Костян, он здесь, просто он, походу... Да-да-да, но он... А, нет, это ты ставишь, я понял. Блин. Что за трэш, а? Вообще это происходит. Лукасов, 8500 зрителей, горозыгрыш. Я не намекаю, нет, точка, прими хард. Ты лучший, лучший. Все, ребята, забыл разметиться. Я сорен выбил драган лорь. Так, я почти тут внизу все красиво по фэншуй сделал. Хорошего стрима. Красава. Доллар к завер, доллар, доллар к завер, доллар, доллар к завер, доллар, доллар к завер, доллар, доллар к завер, доллар. У нас жрет эта монта. А слушай, подожди, что будет? Что будет? А у нас же железные. А, просто не будет. Дольше, просто дольше. Мне кажется, да? ХП больше и все. Ну и для ремонта, скорее всего, уже какая-нибудь хрень, да? Хорошо. Блин, она, кстати, что-то отожрала, правда, я не понял, что, но что-то отожрала. А, или ничего не отожрала, я хз. Че это вот такая за хрень? Че это такое? В смысле? Смотровая? А, нет.
Не-не, нормально, нормально вроде. Так, продолжаю строить тут. Там вот где-то кривоватенько, наверное, в одном месте. А, нет, не-не-не, ровно. Нормально вроде все. Сейчас я тут методом тыка пытаюсь достроить правильно. О. Красоте. Подожди, а вот сюда вот чем интересно можно закрыть вот эти стены? Слушай, ну рубку мы сделали. Да? Угу. Может сегодня игру добьем, пацаны? Давай, давай, вообще изи. Кстати, давай, вот слышь, эти... выстроим вот эти... башню. Ребят, дайте мне гвозди. Давайте просто посмотрим, насколько можно вверх построиться. Прям вот с рубки вот с этой. Выстроим лестницу, короче. Костяныч, накинь эти гвозди. Сейчас, подожди, бро. Угу. Я тут закрою уже все. Угу. Я серьезно? Рядом. Сейчас, 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 подожди, 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 подожди. А вот это ты что сделал? Вот это что такое? Привет. Где? А я хз сломать надо. Скучно на YouTube. Да не, 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 сейчас. А спать не о, хочу. Все. Тут, бац, стрим прямо обрадовал. Все, у нас нос готов. Костик, дай этот, как его, гвозди? У тебя гвозди? Пушка, они, да-да-да. А, не, вру, у меня, все. Но у меня 9000 тоже. Не-не-не, все так. Ровно. Как строить будем башню? Значит так, смотри, вот здесь, наверное, лестницу сделаем. Отсюда же можно, чтобы ничего здесь не ломать. Не-не-не, ну вот сюда можно. Ой, блин, сейчас. Можно выше, да, просто сделать. Можно, вот тут, вот, прям вот можно сюда. Вот тут. Вот я расломал уже. Давай. Во. И, так. Блин. А где лестницы? Надо только их найти. А, они там есть сейчас. Стремянка, да? Вот стремянка, да. Сейчас подожди. Сюда... Блин, нет, не то. О. Во. Угу. Так, оп. Залезаем. В смысле? Блин, давай ты во. Первый. Все, залез. А я залезть не могу. В смысле? Прямо не залазит у меня. Хорошего вечера, ребят. Доллар с мили вес, мили доллар. А-а-а! Спасибо. Ёптель-моптель. Тут надо еще... Я понял, я ее развернуть забыл. Так, ну что, строим эту? Давайте, давайте, я готов. Давай. Так, ну что... Такого я еще не видел. Слушай, слушай, ну нам надо... Ой, блядь, да, серьезно. Нам надо как-то это самое, какой-то, как-то одним квадратом ее строить каким-то. Парни, глядь, идите на нос, смотрите, когда все задолбало, ты просто садишься, берешь свою любимую книгу и такой на нос усел и почитал. Водичка, водичка, водичка. Ой. Так, нам нужно что там, переемник нужен, да? Микросхема у нас есть? Да-да-да-да. Так, короче, я строю. Четкие стримы, удачи тебе. Я так понял. Спасибо. Так, приемник. Что нужно для приемника? Я знаете, что понял, где мы затупили? Мы для воды не оставили дупло. А, не-не-не, двери есть в самом низу, двери есть, пацаны. А, ну, все, окей. Так, сейчас я спасибо, так, выкидываю. Так, батарея у нас уже есть, пацаны сделали батарею. А, да? Да, я тут лишнее. Так, это есть. Это есть. О. Надо прям лестницу. Как, какую будем ставить? Давайте решим. А, ну, обычную, маленькую или какую? Я что-то приемника не вижу, может, это плюками. Можно, знаешь, что сделать? Вот эту фигню. Просто вот ввысь прям ее загнать. То есть, знаешь, как 4 этих. Ты понял, да? Да, да, да. Сейчас, 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 сейчас. А ты помнишь, где приемник, Костян? Не-не, его сделать надо, его сделать надо. Да, просто вот такой, как этот. А, вот он, все. Кость, вот сюда лестницу воткни, пожалуйста. Чтоб наверх еще строить смогли. Сейчас, сейчас поставлю. Ага. Так. И дальше. Красава. Братан, передай подожди. Языка, а, блин, ее поворачивать, сори, бро, ее поворачивать надо. Да ничего. Сейчас. Диме привет огромный. Медь. Так. Во, ее надо вот этой стороной поворачивать. О, пошел контент. Сейчас, сейчас, подожди, верхнюю надо сломать. Блин, я высоты боюсь, и как обычно, я знаю, кто идет строить вышку. Давай, 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 строй. Вот это будет хардкор. Давай, 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 дальше. Где это пазл? Сделал. Сделал, тут главное не упасть. Сожрало что-то, вот мразина. Я ее ступил. Да, стукнул ты ее, она мне тоже стукнула. Столбы можно лепить через один. Один столб держит клетку 2х2. Один столбы 4 платформы. Да, нормально, вот мы так и делаем. Так, я пока водой займусь.
Кстати, давай. У нас, да, с водой тоже проблема. Не, нормально, спустились, все, все заделали, все норм. Еда есть, все есть. Так, оп, лайк, ливчик. Так, друг из Минска, Костя, когда жаришь картошку, ты думаешь ОГ? Конечно. Вспоминаю. Так, Александр И. Читеры, напишите, вас стоит палить. Жду ответ на корабле Джова, я вас знаю, знаю, кто вы, но и откуда вы, это всем известно. Я не знаю. Интересно, Александр И, а кто эти читеры? Я знаю вас, знаю. Я вас знаю. Знаю, где вы живете, я иду за вами. Не, его по IP сейчас вычислю. Им плевать должно быть. Мне так кажется. Я его, говорит, сука, по IP вычислю, блядь. Боже, это... Чувак, я готов дальше, давай. Ты где там? А, я понял, что ты как-то это делаешь. Я понял, дядь, просто... отсюда главное просто не сыграть. Не толкай! Тихо, там улететь можно. Так, у меня, слушай, сейчас, по-моему, придется перезагрузить, потому что у меня что-то мир лагает. А, нет, не лагает, нормально. Тихо. Костян, ты главное не вообще не дыши. Да не подпирай, Костя! Где у нас стол? Стол в самом низу. В самом низу? Нет, другой, обычный стол у нас есть? Нет, нету. Охренеть. Это жесть. У меня... Твою мать, это просто жесть. У меня вообще ничего не лагает. Нифига тут мусора сколько. У меня фризер. Ты не понял, не толкайтесь. Сейчас. Короче, парни, смотрите, какую тему ставлю. На самом верху прям. Давай. Ай-яй-яй. 12 лайков и 357. Требуется батарея, где батарея? 1940. У меня батарея есть. Давай, иди наверх, залезай. Ты в эту игру, а, если наверху. Даешь, что вместе вот с Йори и с Серегой, а, это не верх. Давай, продвигайся, Кость, лестницу. Так. Я продвигаюсь, братиш. Не пихай! Не-не-не-не. Он предлагает. Так, надо сохраниться. Это просто жесть. Блин, не пихай меня, жирная жопа, лифчик. Да все, ты хорош, куда ты выше строишь? Нормально еще, идет. Давай. До луны. Все. Боже, слушай, это будет самая высокая хрень в рафте, я тебя обожаю. Это 100%. Ребят, жмите лайки. А, кстати, говорите, на максимальной высоте просто зависнет. Нет, ничего там не зависнет, в раке как. Как зависит игра? Слушай, я люблю. Ну, у меня уже подлагивает чуть-чуть, правда. Да, пишут, что может зависнуть, ребят. Вот, пишут все. Сейчас нормально пойдет, пацаны. Так, ну, подожди, Харт, нам надо решить, мы хотим до конца игру пройти, или мы хотим подвиснуть? Мы хотим подвиснуть, как четкие пацаны. Блин, ты вообще видел, ты вниз смотрел вообще, куда мы выстроились? Да. Что за курятник? Ребят, там плод слева по борту. Да. Держи в курсе. Птичка держи летает. Курсе, смотрите, да. Птичка на этой высоте летает. О, я выше птицы сейчас. Костян, батарею поставь. Сейчас, где ты тут? Давай здесь все, здесь остаемся, все. Выше не надо строить. Сейчас реально зависнем. Так, и что, включить? Нет подключения к антенне. А, у нас антенны нет, алло. Нужно еще 3 антенны поставить? Да. Хардец, прыгай, строй еще одну башню. Чё? Давай. Это еще одну микросхему надо, блин. Так, у нас меди же куча. Сделай микросхему. Ну, внизу, братиш, для этого надо спуститься, я не хочу спускаться. Может, там просто чудаки антенну поставить, это все, чем мы... Не, давайте сами. Надо 3 антенны поставить, пацаны, давайте 3 антенны поставим. Сейчас, пацаны. А, тут падение с высоты не считается, я понял. Да. Иначе были бы минус ноги. Это уже бы ноги сейчас с другого места бы, да, вообще минус жизнь, минус вообще все. Майнкрафт у вас, а не плод. Майнкрафт моя жизнь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ребят, все, кто пишут в донатах или в чате, что это типа уже чисто Майнкрафт, а не выживание, ребят, выживание будет скоро в расте. Вот эти... У нас, короче, появилась куча людей, которые могут нам... Ой, как пролагает. Все, вот здесь надо стопать. Я думаю, вот тут надо стопать, ребят, у меня лагает нереально. Все, вот здесь тут стопаемся. Все. Чайки ниже летают. Жесть. Мы прыгни в воду. Да ничего не будет, господи. Да? Так, ребят, может антенну построим тогда? Шесть, просто ребят, посмотрите. Трэш какой-то. Вы просто лайк за это прожимайте. Так. Жопа жрет где-то что-то. Вот мразь. Ну, да.
И она даже... Она даже дожрать не может, алё. Ну да, да, кстати. Раз и все, и уходит. Раз и все, да. Найс. Так, давайте антенну. Чё на антенну нам нужно сейчас? Микросхема 3 штуки. Не, да, 3 микросхемы. А что нужно на микросхему? Пластик? Пластик есть. Медный слиток. Кстати, медные слитки у нас тоже есть. 8 штук. Всё, братиш, изи. Вы видели, что крюк до воды падает, вы знаете об этом? А, я сделал, три болта. Чего, Лёха? Крюк до воды падает, ты смотри, я верёвку протянул. Смотри. Просто смотри, насколько верёвка... Чё это такое? Чё за кишка? Так. Пацаны, поднимаюсь. Так, сейчас антенну попробую сделать. Сейчас, секунду. Хлам нужен 4 штуки. Как-то выкинуть, как-то оставить. Так, хлам. Хлам в бочках. А зачем тебе хлам? Нет, для антенн. Именно хлам нужен? Именно хлам. У меня есть хлам. Прыгни. Где? А, иди сюда. Сейчас. Сейчас, бро. Подожди секунду. Вот, выкинул. Сейчас, пацаны, контент подъедет. Сейчас, ребят, прям 2 секунды. Сейчас, я так чувствую, клип идти, короче. Сейчас, ребят. Сейчас я просто, чтобы пацанам авторские права не прилетели. Твою мать, ну это просто трэш. Неверно. Вообще законно. Это вообще... Ты вы прикиньте, с такой высоты прыгнуть. Иди на второй этаж, иди сюда. Сейчас, подожди. Что за... Я пришел, да. Ага. Ты видели, как она болтается вообще? Вот так, норм? Сейчас. Развернусь. Прыжок веры. Так, а где батарея? А, батарея сейчас вставлю. Включить. Так, ты поставил? Сейчас. Вот так. Работает? Да, работает. А первое... Хотите, я вам покажу, как очень быстро сделать так, чтобы сейчас у кого-то жопа начала гореть. Ребят, кто, короче, за, лайк на стрим. Сейчас у всех все хотите, чтобы зависло? Вообще, к ебень матери. Хотите? Ребят, лайки все ставьте, подписывайтесь на канал. Сейчас будет мощно. Цигил вечер. Народим. Поехали. Да. А сколько... расстояние 1273 метра. Ага. Не, ну плывем. Ребята, плывем до окончания игры. Так, я пока наверх заберусь. Так, а почему там... А, тут нельзя поставить, потому что они тут поставили этот хрень. Сейчас, надо это убрать. Так. Так, надо тут поставить столбик. И пару настилов. Так, что, нужно... Говорят, попробуйте на такой высоте сделать якорь и бросить.
А мне нравится идея. А что, прикольная идея, да-да-да. Простой, ведро кинь. Да-да-да, сейчас. Так, сделал. Вы готовы, пацаны? Ты кидаешь? Погоди, с какой стороны ты кидаешь его? Подожди, а он не ставится сюда, он сюда не ставится. Он куда не поставится, наверное, да-да-да. А, ему нужен только такой настил, который на воде. Окна на всех уровнях башни. Я могу, знаете, я могу только вам скинуть его в виде коробочки, он полетел. Сейчас бы коробку с камнями, ёпты, скинуть с 20 этажа. Так, строим дальше. А, слушай, короче, чтобы бинокль работал, оказывается, надо колёсико мышь крутить. Ну да. А я просто смотрел, думаю, чё. А, ну, я не сомневался, Личик. Ух ты, мать твою, какая же высота нереальная. 1000 метров, брат. 1000 метров. Ребят, все прожимаем лайки. $20,000 онлайна, спасибо, ребят. 20к онлайна у тебя? Да. Сейчас бы на рафте 20к онлайна был. Ну, блин, игра крутая, и стримеры крутые. Нет, Кость. Нет? Просто слишком... Крутость стримеров на этом стриме, она просто зашкаливает, понимаешь? Она просто выбивает, дно самое, пробивает. Знаешь, самое удивительное в том, что другие люди тоже играли в эту игру, но никто никого так не смотрели, как нас. Кость, реально. Я тебе одно могу сказать. Ты мне скажи, папа, Киви, кошелек свой. А, я понял, да. Просто мы классные. Да. Ребят, набираем 20к лайков у меня, ставьте 20к лайков и харду, и будет раст. Я думаю, через дня 2-3, да, если нам помогут сервер. Не, ну если они сейчас поднапрягутся с лайкосами, я думаю, мы его сейчас за ночь зарадим. Да, кстати, да, слушай, может быть, да... А, ну подожди, не, ну в принципе, да, я могу завтра поехать. Сейчас пойду удочку закину, 20 даже посмотрим. О, кстати, удочка, это тема. Блин, мне веревок нужно сейчас, блин, дайте веревки кто-то, мне не хватает на удочку. На обычную даже. Кто-то может дать? Сейчас Лифчик, я посмотрю. Дай мне удочку, Лифчик. Ну как, можно поймать? А ну давай. Нихера ты там кого, карася ловишь? Подожди, дай я бинокль, дай бинокль гляну, подожди, не спеши. Так, я тебе сейчас скажу, братиш. Сейчас. О, клюет, тяни, братиш. Сейчас, подожди, у меня лагает все нахрен. Прикольно, блин. Короче, ребят, читеры, где вы там? В самом низу напишите. Вы можете за ночь сервак поднять, чтобы мы завтра с Лехой поиграли? Ксения, да нет, за ночь не поднимут. Не поднимут? Ну, хочу, хорошо, там, может, за пару дней они поднимут его. Там надо еще четко сказать, который нужен сервак. Ты. Ну, кстати, да. Ну, слушай, ну мы же классику попробуем. Кстати, сначала, парни, блядь. Батарейка садится. Кость, ну начнем с классики, а там дальше как пойдет, Костян. Слышите, парни, батарейка еще одна нужна. А батарейка, сейчас, а что нужно для батарейки? Напомни мне. Батарейка. Микросхема, по-моему, одна нужна. А где батарейка вообще делается? Я что-то не вижу. А, ну там же, где все остальное. Там же, где... А, нет. Батарейка... У меня нет... А, мы вообще... У нас вообще не... А, вот батарейка. Не, изучили. Медный слиток один. И все, в принципе. Сейчас блин, что за дебил там все подстраивает? Ох, так лагает-то как. Обустрою последний этаж и встречаюсь с друзьями и конец игры. Будет очень красиво. Ребят, кстати, давайте... Я даже песню спою. О, боже, меня так лагает. Я поворачиваюсь наверх, и сразу пролаг идет нереальный. Вы просто больше не строите, и все нормально будет. Да, давайте больше не строить, реально. А то, блин, сейчас допрыгаемся. Сейчас реально, а то допрыгаемся. Так. Ох, ой-ой-ой-ой. Господи. Жесть, как она пролагивает. Так, ребят, сейчас будет уже конец игры, так что все готовьтесь. Так, Лифчик, ты сделаешь батарейку, да? Сколько еще? 600 метров, пацаны, кстати говоря, осталось. Ух, паралак какой. Кстати, дорогие зрители, кто тут первый раз на наших каналах, подписывайтесь обязательно и прожимайте лайк. Кость, нужен хлам. Есть хлам? Три хлама. Да. Скинул возле этого. Приемник? Да.
Забрал, да? Нет, не забрал. Нет. Ты. Хожу. Вот он. Слушай, ну это... Так, осталось 559 метров, держу в курсе. Мне кажется, это просто концовки игры уже пролагивает. Не, чувак, это... Понимаешь, Харт, мы сделали с тобой то, что я тебе показывал на Ютубе, только у нас еще более эпично. Самая высокая башня в мире. Вообще забей. Но она очень высокая у нас. Слушай, ну если бы мы с тобой, знаешь, если бы... Ой-ой-ой, господи. Если бы мы с тобой это самое, там, допустим... Не знаю, если бы зрителям было бы интересно, мы могли бы такую башню сделать более основательно. Не на одном столбе, знаешь. На одном столбе тоже неплохо смотрится. Батарейка пуста. Все, сейчас долго батарею. Давай. Так, чуть-чуть повернуть надо. Чуть-чуть правее. Поворачивай, Кость. Да у меня лагает. У меня каждые 10 секунд пролаг. Просто пролаг. Так, 490 метров осталось. Кстати, вот... Чуваки, согласитесь, что время в этой игре летит незаметно. Вообще незаметно. Мы вчера с Ливчиком играли 6 часов, и мы вообще не заметили. Ну, то есть, я только вот к концу, на 5-м часу начал немножко подоставать. А так, все окей было. Реально. Блин, лаги жесткие вообще. Реально, бинокль, да. Может, там видно что-нибудь уже, не? Слушай, давайте немножко сломаем этаж, а? Не надо, не надо. Да не-не-не, это просто концовки игры, Костя, я так думаю. Слушай, не, я буквально 3 этажа сломаю, потому что как раз они вот были лишние, я думаю. Вон у нас там Ксюша Бородина сидит. Сейчас, я буквально чуть-чуть сломаю. Ну, со мной это не роляет сильно. Давай буквально вот. Да не ломай, Кость! Ой, все, я залагала. Ребят, у вас тоже все залагало? Да. Я думал минус стрим, честно скажу. Я думал минус стрим. Мы походу игру сломали. Костян, слушай, можешь кое-что сделать? Кое-что? Интересно. Слушай, Серег, пойди сюда, пожалуйста, я тебе сейчас кое-что покажу. Где, куда идти? Вот сюда вот подойди. Вот-вот-вот, я прям рядом, внизу. Бро, ты можешь вот сюда вот встать? Так. Встал? Ну. Так. Костяныч, дострой еще хотя бы где-то 2 этажа. Так, хорошо. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Сейчас увидишь. Там ребят кое-что написали. Окей, окей. Минус сервак будет, блядь. Лайки ставьте, короче. Лайки, ебашьте лайки, подписки. Кто хочет, чтобы сейчас... Ах, если тут зависло. Охренел. Так, Костян, где-то даже, где-то 2-3 максимум. Окей, сейчас сделаю, брат. Сейчас, секунду. Так, мне нужно. Так. Серег, ты снимаешь? Я сейчас описываюсь, ха-ха. Да. Меня снимай. Лагает. Снимаю. Снимай, братан. Ребят, компьютер за миллион, не хватает немножко мощности, слишком требовательная игра. А, подожди, а приемник же наверху. Сейчас, подожди. А где, на каком он этаже приемник? На втором, и антенна там. А, на втором? Я понял. Слушай, Кость, знаешь, сколько получается? Где ты... Ну, максимум, я так думаю, что... Ну, 2, наверное. 2. Сколько ты уже достроил? Давай доплывем, Лёх. Все, я уже достроил 2 этажа. Что дальше? Еще один дострой. Серег, сними снизу, пожалуйста. А, стоп, мы проплыли. В смысле? А где она? Что мы проплыли? Приемник не в сторону. Серег, сними снизу, пожалуйста. Мне просто интересно, как бы, ну... А что ты делаешь? Кость, короче, смотри. Вот как стоишь... где-то на северо-запад, смотри. Серег, сними, пожалуйста, вот снизу. По-моему, мы новый баг нашли. Опять 1000 метров, слышишь? Опять 1000 метров расстояние. Прям снизу сними. Костяныч, так, last этаж. Да. Давай. Блять. Меня тут рассмешили, блять. Last этаж, еще один строй. И смотри, вот как сейчас стоишь. Ты хочешь сломать? Точка. Да ничего я не хочу сломать, у тебя точка. А можно я на это посмотрю? Можно, конечно. Да, давай, подожди. Подожди, ты что, сделал? Алло?
Алло! Кто-то... Мы зависли, что ли? Нет. Ты слышишь меня? Да. Но у меня в воздухе что-то висит там. И все, все висит. Лёха, что ты сделал, Лёха? Лёха, я в воздухе завис. Лёха, это минус комп или что? А, это минус игра. Да это сервак, да видать, хуёвый. Лёха! Что ты сделал? Я не знаю, братан, видать, зависел высокую, слишком нахер чувак, ты столько этажей чувак, строил. Чувак, подожди, ты ударил по нижнему ярусу? Нет. Да, он да ударил нет. по нижнему ярусу. Всё зависло, расстояние не двигается, все, короче. Не, подожди, ждем. То есть, у меня подвисло намертво секунды 15, когда я только 3 этажа хотел срубить. Он срубил все 55. Оно все подвисло, да? Кость, тебе с самого начала люди что сказали? Не строй столько этажей. Опа, все зависло. Все. А, не, ребят, а лестница осталась. А у меня все висит, подойди. А у меня норм. У меня просто все висит. Братиш, комп слабенький. Опа. У меня все кверх ногами, блядь. Сейчас, смотри, почему я кверх ногами, блядь? Что это такое? Пацаны, нормально, братишки, лестница... Ой, опять. Ой. Вот это найс. Лестница сломалась. Ну, делай. Ты у меня больше нет меди. Медь у меня сейчас я дам. Чё надо, медь? Ребят, просто лайк за это. Так, Ксюша Бородина, дай потом как-нибудь свои контакты, если вы нам сервак хотите стардам поднять. А, микросхема у меня есть, да, нужно... Подожди, а как батарейку зарядить, никак? Ребят, Костику сразу сказали, Джоу, не строй много этажей. Я тебе говорил, валенки покупай, а ты чё? Пошел кеды купил, говорит, они моднее. Вот сидит теперь зимой он на печке. Ребят, я рад, кто улыбнулся, кому подняли настроение. Там все зависло, сервак минус сервер, минус жизнь, минус вообще все. Блин, я что-то давно так не смеялся. Спасибо, ребят, за подписки, за лайки. От души вам, спасибо. Я рад, что кому поднял настроение. Уплавили? Плавить надо, типа? Сплавь, один слиток нужен. А что случилось-то, Костян? В конце? В смысле? Ну, этот, из-за чего вся эта фигня? Типа то, ну, что высокую построили? Да, ну то есть сервер, точнее вот этот каждый отдельный мир не рассчитан на одновременное обрабатывание анимации всей вот этой херни, понял, да? Ну, но я имею в виду от чего? Из-за того, что мы в какую-то точку приплыли, из-за чего так залагало? Нет, лагало из-за башни, видишь, лаги перестали, вот, лаги перестали быть. Ну, а из-за чего все, как бы, ну, рухнуло, из-за чего? Сергей Сергеевич, перепишите мне в скайп. Не, рухнуло, подожди, ну ты ж сбил Кто? Столбик. Ты. Нет. Ты столбик сбил. Это в определенную зону люди сказали, вплыли, короче, и все рухнуло. Да, типа не пускает. Да, рассказывать. Ты специально это хотел еще снять. Еще больше могу сказать, я не удивлюсь, если это после нашего стрима всего интернета будет. Или куда-нибудь к баблу попадет. Я вообще не удивлюсь. Да, вообще. Вообще. Я думаю, это расхватают на нарезки. Да, это разлетится сейчас. Вы что, по всему интернету, конечно. Сломали игру Raft. Сейчас заспамят просто везде. Все и всем это стопудово. Не, ну это трэш. У меня даже чайка зависла в воздухе. Да, я сам в воздухе завис. Да. Сколько метров? 500. 500, да. Слушайте, а как вы смотрите? Там это, на этом пишется, да? Сплавьте слиток медный. Блин, бро, чем бы мне помочь? Может, у меня где-нибудь в инвентаре они лежат? Посмотрите инвентарь. Давай посмотрим, давайте. А из чего он плавится? Из чего медный слиток? Из меди, да, соответственно? А, вот есть один, все. Братцы, а у меня нет ничего. У меня уточка есть. Давай уточку посадим. Я сделал батарею. Давай. Блин, на самом деле, даже жаль, что игра, то есть не такая долгая. Хотелось бы плыть куда-то еще. Ну да. Хотелось бы, знаешь, помнишь, как Кевин Костнер... Только альфа, ребят, еще все изменится. Если... Не, хотелось бы, как вот Кевин Костнер был в «Водный мир», помните фильм? Мой второй, да. О. Ты самый удочка. Лучший. Спасибо, ребят. Тезка, спасибо, ребят. Самый прикол был, когда Ливчик с 50-го этажа ловил рыбку.
Ты видел, там трос какой-то? А я в бинокль смотрел. Там на канат ловят. Да, да, да. Или я вот крюк кидал, тоже было прикольно. Бля, это жестко. Это очень жестко. Так, осталось 400 метров, пацаны. Ребят, паруса больше не помогают. Можно поставить еще, но... Смысла нет. У меня и ресурсов нет под паруса. Ну, мы уже почти приплыли. Нифига тут пацаны, слышь, видали эти, поставили? А, чё, где? Минус личка, минус жизнь. Он написал vk.com. Слушай, опять же, опять же, 1999. Вот это зря он написал. Вот чем далеко. Ага. Где, а если это может можно заряжать? Не знаю. А где у вас? А, вон расстояние пишется, реально, смотри. Слушай, может парус реально воткнуть? Быстрее поплывем? Не-не-не. Не, еще. Блин, или ну тут, можно? Давай попробуем, а что такого-то? Воткните, ну, да, ребят, давай. Я просто не шарю, как ставить. Идуть еще надо. Да-да. Так, паруса. Ща. А, у меня хлама нет, вот в чем прикол. Блин, каждый стрим реально вот с каждым днем, вот чем дальше, вы не заметили, становится реально все круче и круче. Вот, это настолько мощно, это настолько круто, это... Я с вами отдыхаю, реально офигенно просто провожу время. Это просто топовая тема, ребят. Спасибо огромное. До ночного стрима осталось 300 всего подписчиков. И запилим, ребят, с вами ночной стрим, только я за кофеечком съезжу, а то... Рукует, садится потихоньку, у меня голос. Ну, ничего страшного, я постараюсь, ребят, проверить. Правда, горлышко что-то. Спасибо вам. Спасибо, что со мной, ребят. Спасибо. 8-9 часов, кто спрашивал, кто-то в донате тоже там закидывал или в чате. Стримы, ребят, 8 или в 9 вечера. Иногда еще дневные бывают. Я сейчас покажу, как делать оповещалку. Сейчас, ребят, прям 2 секунды, если я нужен. Братва, давайте я вам покажу, что новое придумали, очень крутое. Лех, привет, как ты, бро? Привет. Я с Ярославля. Спасибо, что есть такой стример, мы за тебя горой. Добавь в стиме и распишись, пожалуйста, Лех. Ребят, нашли, короче, как обойти всю систему. То, что вот вам не приходят, эти, как они называются, оповещения о начале стрима. Смотрите, я кину ссылку на наш паблик, это наш паблик. Ну, все его знают, если что, в описании к видео есть. Смотрите дальше, что делать. Сейчас покажу. Прикольная тема, она у Братишкина тоже есть, у Володи. Сейчас, ребята, я покажу. Короче, смотрите, чтобы получать сообщение о начале стрима, залетаете, короче, вот в эту тему, в нашу группу. Видите, написать сообщение. Ребята, это только вот сегодня сделали. Я очень рад, что это получилось. Пишите написать сообщение и ставите плюсик, просто плюс, просто. И нажимаете кнопочку «Отправить». С этого момента вам будет в личку приходить сообщение, прям в личку вам, о начале моего стрима. Ссылочка и со всем остальным. Спасибо, Дим. Спасибо, Гром. То есть, залетаете в группу в нашу, написать сообщение, плюсик ставите и отправить. Все. Вам прям в личку будет приходить сообщение. 15 колойцев. Да я вас никогда не сомневался, ребят. Опусти якорь. Спасибо. Пусть они подумают, что быстро приплывут XD. Сейчас. Спасибо, ребят. Это очень крутая тема. Мы сможем, короче, всегда теперь все будут знать о начале стрима. Лёх, а тут, извините. Sorry. Короче, мне подписчик написал, что у него есть уже активный сервер по Расту. Можно прям вот, если у тебя есть время, после стрима попробовать. А, вон вышка-то, приплыли. Да, приплыли, чувак, приплыли. А мы обнимемся в конце? Да, обнимемся, конечно. Ну, то есть без языка или как положено? Ну, давай, с тобой без языка. Тебя ну что, парни, поставлю. А кидайте якорь. Не-не, надо ближе. Давай ближе подплывем. Я хочу все затестить. Так, и только... Но кнопочки без участия моего не жмите там никакие. Потому что я чую там много каких-то запусков. Много всяких кнопочек интересных. Нифига, ребята там пишут. Красавчик. Тест на IQ обязательно будет, ребят. Спасибо огромное, это реально очень крутая тема. Залетайте в наш Discord, ссылочка внизу в описании. Там сидят куча, просто огромное количество стримеров. Может быть, кого-то вы смотрите, удастся пообщаться. Шим недавно залетал, Шимора. Так что, добро пожаловать, ребят. Всем спасибо, кто за меня топит. Не забывайте подписываться на каналы. Спасибо, кто с нами.
Одним веслом такую, такую махину. Да. Все, можно, можно кидать, можно кидать. Кидаю. Якорь. Кинул. Блин. И что здесь? Подожди, вот это финал игры. Да. О, тут под водой можно забраться внутрь. Это полузатопленная станция какая-то. Это какая-то, да, заброшенная, что ли, станция или... А тут подъем, наверное, где-то есть? Вот, Кость нашел. А вот, вижу подъем, да. Сейчас, угу. Подожди. Серега, он уже прошарил где. Угу. И канистры он лежат дальше. Внутри. А дальше, вот, смотри, вот сюда вот куда-то нужно залезть. Слушай, а здесь не строить ли случайно вот надо? Лестница, здесь лестница. Тут нашел? Хлам, подождите, тут хлама, ага. Куча, тут хлама куча. А, вон реально лестница. Ничего не нажимайте. Уже я нажали. Там что-то. Сейчас я тут, оп, я по мусору тут забираюсь. Якоря уже, ребят, приплыли. Ага. Блин. Блин, вот это вот, а ты обидно упал. Очень обидно. Тут ящик с кучей всякого. А, вы туда перебрались, да? Да-да-да. Залезай вместе понял. С нами, а тут сейчас хрен найдешь здесь, где залезать. Сейчас. Здесь мы с Серегой вроде нашли подъем. Может, почему ты не прыгает, да, в конце? Да, тут мои любимые прыжки, как бы. Костян знает, я обожаю. Ой, хорош, я запрыгнул. Я тебя жду. Забирайтесь. Ага. Там прям, знаешь что, остановись и прыгни. Тупо, вот остановись и прыгни. Я говорю, не-не-не, пацаны, не бегом, а просто остановись и прыгни. Да это пинг, братиш. Что-то у меня жрачка заканчивается, вот это эпично. А, у меня есть. Угу. Хотя да. Да, хардправ, просто остановись и прыгни. Да-да-да, я говорю, Кость, дай, пожалуйста, жрачку, а то сейчас ну, я все, отвечу. Я прилип, короче, я тут буду запрыгивать вечность. Да не-не-не, просто сейчас. Спокойненько, все. Скинул. Ага. Что-то пинг, короче, вообще просто умирает. Ага. Красава. Так, это кухня у них, надо дальше идти куда-то. Это кухня, надо... Снаружи. Блин, как-то. Где-то, подожди, вон там еще... А, вот, Кость. С ага. Полки, наверное, как-то. Да, вон. Да. И сюда. Блин. Что-то подлагивает немного. Подлагивает не немного. У нас мы такой баркас подогнали, ты видел, нет? Вон залез, Серега. Да. Вот отсюда и будет вообще эпично упасть. Вот это реально будет эпично. Ну все, это финал игры реально, да? Да, финал. Так. И что, куда? Давай Серегу подождем. Да. Давай. Так, смотри. Where? Safe people. Утопия. Что тут написано? Австралия... Где, нас захватят в 2028 году. Где спастись, году. Люди были здесь, типа... И что это? Mm-hmm. Дальше. Mm-hmm. Breaking news. Alice will melt. Sense estimate. А в этой игре как-то можно, оказывается, было представить? Уровень воды ожидается... Да. Короче, увеличится на несколько тысяч метров. Ожидается увеличение уровня воды на несколько... Это, короче, я так понял, тайны ледников там сидят. Да. Земля, видишь, показана? В 28-м году какая земля стоит? Полностью покрыта водой, да. И вот 2028 год. Так, а что тут нажать? А я не знаю, я хз, что нажимать. А похоже, все, парни. Вот мы узнали, что случилось, и до свидания. А заставка там вот эта вот? Новая жизнь, как бы. Every times вот это татара сосию. Теперь мы, парни, живем на этом плоту, как бы. Да? Не-не-не, что-то нужно сделать, по-моему. Да не-не-не-не, что-то мы упустили. Да, должна быть какая-то... Не, ну титры должны быть, не может быть так. Нет. Ребят, а что здесь делать надо? Люди пишут, нет, это не финал. Пишут, это не конец, финал в городе, нам нужно до города доплыть. Да? Алло. До города? А, подожди, а что у нас показывает? А, нет, ну вряд ли что-то радар будет показывать новое. Нет, серьезно, без троллинга? Не конец. Что-то. По радару дальше плывите, люди, прикинь, говорят. По радару? А он же ничего не показывает. Подожди, один кто-нибудь спуститесь? Я спустился. Давай, ага. Посмотри, пожалуйста. А-а-а. Батарейка пуста, сука. Пишут, пишут, это не конец. Ну, мне батарейка тоже пишут, пуста, парни. Вы должны в город приплыть. Нет батарейки. Тупо батарейка нужна? Угу. А что для батарейки нужно? Ну, микросхема, как минимум. Где, есть короче. Микросхема, сейчас даже батарейка. Сейчас подожди, я на ютубе чекну, что там дальше. Медный слиток и хлам.
Хлам я сейчас скину. Внизу-то скидывай. Я могу прям тебе отсюда кинуть. Ну, поймаешь его? Не знаю, долетит он. Погоди. Не, он только на крышу долетит, прикинь. Да давай я к тебе приду. Сухой кирпич, гля, у нас меди нет. Меди ни у кого нет? Медь вообще, да, жопа с медью. Радар город, люди пишут, город не добавили мне еще. Это, мне пишут, что это конец ДПК. Да-да-да, пока что конец, базу. Люди пишут. Все, это конец. Угу. Такие дела. Слушайте, ну типа вот такая концовка, ребят, игры. Ну да, но это не концовка, то есть когда выйдет патч, можно будет в нее продолжать. А в чем проблема? Патч выйдет, мы дальше поплывем навстречу этим. Батарейку надо опять. Да. Че по водорослям? Кстати, знаете, что... ребят, 99 990. Не, кстати, пацаны, вы знаете, что можно сделать реально? Взять сейчас, выкинуть все читерные эти самые, чтобы было интереснее играть. Постоянно. Я во что бы ни играл. И только так вот сохранится. Читать чат. Либо играю, без, либо то есть вот чат без читерных вот этих фиговин. Там, кстати, давайте. Нет занавеса. Да, я вот просто выкинул себе и сохранил мир. Все. То есть, типа, потестили, все, и на этом все. Да, да. Слушай, друзья, вот... это конец игры. Все прожимайте лайки, друзья. Там нет вот, занавеса, вы можете дальше просто плыть, и все, вот люди пишут. Ну да. Угу. Ну да. Но по факту, как мне пишут, как я вот заметил, пишут в чате, нужно ждать апдейта. Они... Залетел Кикистан, Кек, я так понимаю, это ты, стопудово. Ребят, если вы хотите смотреть самого крутого стримера по Фортнайту, крутейший контент, правда, тупых вопросов не надо задавать, а то внезапно... Александр Кикистан для вас станет практически как родной отец. Поэтому все, кому интересно, ребят, Кикистан Кинг, залетайте на Ютубе. Кек, спасибо за инфу. Спасибо. Вот я его, допустим, смотрю в обед. Я даже засыпаю иногда под него. Ну что делаем? Лёха. Айо, да-да-да. Слушай, ну давай тест на IQ. Ну ты понимаешь, что это как бы это заранее провальная для тебя тема? Ну, господи, чё? Ну давай. Все, давай, так, поехали. Слушай, ну здесь ждем тут тупо обновы, правильно? И поплывем в город. Да. Угу. Так, я мир сохранил. Давай. Ребят, никуда не расходитесь, сейчас будем с Лехой проходить тест на IQ. Да. Сейчас посмотрим, у кого IQ больше. У кого IQ толще. Да. Так, сейчас я, значит, уберу отсюда. Вот это поставлю вот так. Молодцы. Вот этот магазин. Дискорд нужно перенести на другой экран. Выздоравливай. Так, ты можешь мне сейчас ссылку скинуть на этот тест на IQ? Тест? Вот просто вот берем, открываем YouTube. Да, просто вот в Гугле прям тест на IQ. К сожалению, для танкистов нет отдельного. На YouTube или тест на... Да, IQ. Вот, тест IQ. Так, погнали. Тест, я тебе сейчас в ВК скину. Давай. Или сюда давай, в личку скину. Давай. На, держи. Так, блин, откуда? Нет, ВК. Давай ВК, угу. Давай ВК. Так, сейчас я подожду. Сейчас мы посмотрим, у кого IQ-то повыше будет. Ага. Да-да-да. Ребят, ну что, ставьте ставки. Блин, надо было этот тотализатор сделать. Так, ты в личку или куда-то кинул, я не понял. ВК? ВК я не вижу. Сейчас ВК. Вот, на, держи. На, ссылочку. Так, пошел контент. Там всего 30 вопросов. Понимаешь? 30 вопросов. Ты готов? Прям первый попавшийся тест взял. Так, подожди секунду, сейчас. Угу. То есть ты готов? Так. Ребят, ну что, кто думает? Танкист или каэсер, да? Танкист, да, или каэсер. У кого IQ побольше? Все, ты готов? Подожди, дай я водичку умоюсь. Давай, святой. Ну чё, кто? Я тебе предлагаю... Сейчас, где он там? Я, кстати, ни разу тест на IQ не делал. Реально, серьезно говорю. Я, правда, не знаю, надо, наверное, какой-нибудь легальный тест на IQ, но у нас, типа, нелегальный. Так, все, я тут. Угу. Ну чё, пошел контент? Так, выберите правильный ответ. Все, 30 вопросов. Ты готов? Так. Вот просто первый попавшийся, вот он прям самый первый вот мне выпал. Тест на IQ. Вот самый первый. Да. Ну, всё. То, что ты мне скинул. Да. Там,
30 вопросов, все. Готов, да? Да, готов. Давай, поехали. Так, выберите правильный ответ. Да. Там первый кружочек будет. Так, ну, в смысле кружочек? Квадратик надо. А, квадратик? Блин, я кружочек нажал. Ну, тут, да, ну это логически, подожди, смотри, вот у меня знак вопроса, правильно, там в одном из этих, и типа маленькая-маленькая-маленькая-маленькая-маленькая-маленькая. Окей. Угу. Так. Так, второе. Лёха, так, ты так, так умнее так. Его. Так, так, так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Или чё? Я хз. Я всё подряд нажимаю. Ага, я понял. Так. Выберите правильный ответ. Не подсматривай. Помнишь, как в этом школе? О, кстати, я могу у тебя подсматривать. Ты уверен, что это правильно? Ты серьезно? Подожди, сейчас, подожди. Сейчас вы, блядь, друг у друга тест на IQ подсматривать. Ой. Так, третий вопрос. Так, тут что у нас? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ну, вот это, походу. Если я не совсем тупой, но вроде не тупой. Так. О, слушай, это вообще что-то сложное. Это как сложно. Ты на каком вопросе? На четвертом? На пятом. Ну там уже четвертый начинается за липоны. Да, слушай, что-то я вот не понял, что это такое. Тут какие-то символы. А, ну типа. Все, я понял. Слушай, ну это на логику, да, это на самом деле. Да-да-да. Ну, у тебя вряд ли сейчас что-то это получится. Так, слушай, ребят, кто болеет за Джова, лайк на стриме. Вот, вот давай, давай вообще на что-нибудь вот-вот поспорим. Вот на что поспорим. Хорошо. Слушай, я может быть, поспорил на тобой на отжимание, но я, блин, мало отожмусь. Я не знаю, давай на что-нибудь... Харь, подожди, а у тебя что дома? А, подожди. Я в студии. В студии. У тебя нельзя, да? Я просто помню, проспорил что-то там на танковом стриме. Я, чувак, залпом выпил литр сидра или что-то в таком духе, знаешь, там с графином. Литр сидра? Да, меня там так, чувак, унесло нахуй. Блин, у меня литр 75 есть воды, но я боюсь потом это... Вода найдет дырочку. А, я понял. Вот бутылочку рядом держишь, да? Да-да-да, ну это как... Естественно. Красавчик, красавчик. Мне про танкистов тоже говорили, что у вас там... Так. А, слушай, а тут, кстати, пятый вопрос, он хитрый. Типа, так, 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 так. Ща, ребят, ща все будет. Вы главное подписывайтесь на канал, не забывайте. Сейчас все будет. А, тут еще типа кто быстрее, ты видел, там время идет. Ага. А, быстрее, ой, да я... Нет, да, забей. На это я забил. Так, слушай, я на шестом вопросе. Стрелочка, стрелочка, это. Ну, по идее, вот это. Слушай, ну это что-то уже математическое, непонятное. Блять, это тут еще непонятно, тут не обязательно в линию. Тут может быть крест-накрест, тут как угодно может быть. То есть просто на логику. Но это ёпта, это же нестандартное мышление. Меня к такому жизнь не готовило. Я сам в шоке сижу на восьмом. Что за херня? Да я на шестом еще, чувак. Прикольно. Ребят, вы если что это, подсказываете там, а то... Сейчас бы на тесте на IQ, да, что-то подсказывать. Слушай, да ты знаешь, это как раз тот случай, когда стример может с помощью своей аудитории стать умнее, а не наоборот. Тебя хочу расстроить. Джов, тут время? Да насрать на время, господи. Вот это что ли? А, ну, наверное, вот типа вот зеркально, вот так. Так.
Раз, раз, раз. Ну, типа так. Так. Тан-тан-тан. Сложно, блядь. Сложно, пипец, чувак. Что-то я вообще... Сложно, вырубай. Ага, ну это вот это вот. Это, походу, вот это. Сложно, это, типа, вырубай, да-да-да. Две совмещаешь, получается, что-то это вот, типа... Блин, я просто еще после двух часов стрима, почти трех, я что-то у меня голова туго соображает, честно. Не пожалел, что начал смотреть, ты очень крутой, твои реакции. Давайте, слышь, мне пишут, давай проигравший стримит доту два часа. Не, кстати, ребят, давайте так, надо не на интерес играть, а на что-то реально прикольное. Придумайте наказание для того, кто проиграет. Да, будет, кстати, прикольная тема. Да. Блин, ну походу вот это, если я правильно понял. Или это. Первое. Сейчас бы, блядь, подсказки смотреть. А, оно идет по УА. Оно по УА. Ну да, оно все вниз идет, стопудово, понял. Так, что у нас тут? Ну, походу, вот это. Блин. Ребят, ну подтупливаю, подтупливаю. Да тут что-то потом вообще я связь теряю с космосом, ёпта. С реальностью? Вообще, вообще, просто наглухо. А, слушай, не это, вот это, походу. Туда-туда, туда-туда. Так, я на 10-м. А ты там как? 13-й, ну тут вообще 13-й? Просто тут все, тут потеряно это. Блин, чувак, тут, блин. Сейчас бы танкисту тест на IQ проходить, блин. Танкист не мозги, тупой. Да, мозги засраты, пипец, с танками. 7 лет стаж. Так, ну я пытаюсь думать, пытаюсь. Так. Блин. Третье. Сейчас они тебе там насоветуют, ёпта. Да. Не, чувак, я вот на 10-м, я даже понять не могу. Нифига, честно. Не, ну как бы, Костя, я не удивлен на самом деле. Ну. Да, да, ко-ко-ко. Ко-ко-ко. Так, так, так. Так, так, так. Блин, я вот 10-й, я вообще не впендериваю. Ладно. Так, 11-й. На-на-на. А, прямо, вниз, 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 вниз. А, ну вот это, походу. Вот это, походу. Ну, это логика, да? Так, так, так. Так, так, так. А, вот так. Спасибо, Квимикс. Проигравшись... Квимикс пишет, проигравший съедает два самых очень острых перца в прямом эфире. А где их, ребят, Квимикс родить? Я просто... Да, ребят, сейчас... во-первых, их рядом нет. Во-вторых, я очень острое люблю. Вот. Ну, я, кстати, тоже к острому так спокойно отношусь. Сейчас просто их, ребят, не найти. О, господи, Костянчик, большое спасибо за топовый донат. Спасибо, Андрюх. Спасибо, ребят. Спасибо за поддержку. Я чат вообще не смотрю принципиально. Слушай, Костян предлагает из Москвы, пусть проигравший скажет самую стыдную историю из жизни. Бля, ну это вспоминать надо. Ну, чё? Да Костян выдумает 100%. Не, у меня есть одна, которую я еще не рассказывал. Про бутылку? Ну ты мне говорил. Да нет. Каждый раз, когда меня спрашивают про стыдную историю, рассказываю, как я там пришел к подруге домой, нажрался и заблевал. Все. Вот. Не, ну это не что там постыдно. Это не такая, это не особо стыдная, да. Жиза, да. Это, сука, суровая правда жизни. Но была другая еще. Вот за нее было немножко это самое, неудобно. Вот. Жми плюс чат, если хочешь услышать постыдную историю от Жова и Хардплея. Ну или от Жова от Хардплея. Так, так. Что-нибудь найдем. Так, так. Ну, походу. Не, подожди, стоп. Блин. Не понял. Вот это что ли?
Третья, походу, да? А, зачем тебе говно сервера на хостинге, которые лагают? Единственное, чистый сервер могу открыть для вас в течение 10 минут на мощной своей машине для раста. О, технадзор, спасибо, братишка. Я прям вот слышал, да? Посмотрим, да-да-да. Ну там еще и модеры нужны, там, ну... Ну, ну я взял личку ВК, чувака. Проигравший стримит с Валакасом. Я его не знаю, ребят. Просто допустим, привет, можно почему бы и нет? Кто, с кем стримит? Глад Валакас есть такой. А, так это чувак с Твича, тролль угу. Типа вольного. Ну, только более адекватный. Фэмпом. Так, спасибо. Ты на каком там? Я на 13-м. Я на 16-м. Мне тут сказали, что ты смотришь, подглядываешь. К тебе нет, ты чё, нет. Читер, блэд. Да не ко мне. А, в чат? Ну, да. Ой, есть такое, ну, слушай, ой, ну, блин, Лёха, ты целый день сегодня в студии сидел, а я вот с дня рождения. А, ну да. То самое. Мне сложно, понимаешь, день рождения, все дела. Значит, ты считаешь себя высшей формой жизни. Не-не-не, я просто, ну, реально интересно, вот, ну, самому uh-huh. даже. Вот так вот просто, да даже наугад. Че, мы не на корову спорим? Мне просто тупо интересно. Да, давай. Давай просто вот реально не смотреть. Вот я реально... Да, хорошо, я чат закрою. Угу. Давай, изи. Я тоже закрыл. Так. Давай. Просто вот ради интереса. Ну, блин, походу это... Подожди. Блин, слушай, ну тут, ты знаешь, тут реально все на логику. Вот реально просто на логику. Тут потом есть вообще не на логику. Есть вообще просто... Ну я понимаю. Ни на что, блин. Слушай, а ты из 30 сколько набирал? Или ты не играл в этот еще? Я вообще ни разу не проходил, я тебе отвечаю. Вообще я без так. понятия. Я первый раз этот тест глаза вижу. А-а-а. Так, подожди. А у нас с тобой одинаковые вопросы или разные? Одинаковые, почему? Костянчик, большое спасибо из Москвы еще раз. Мозг вообще не варит, блядь. От души. Чувак, у меня самого мозг не варит. Это... Что-то вообще это... просто сложно. Слушай, мне тут в чате писали после стримов, я помню, и на стриме, типа, что мы так с тобой до Майнкрафта докатимся. Может, это вот мы уже начали деградировать? А, пора. ICQ понижается же? Да. Меньше 100, если сейчас будет IQ, все, можно собираться. Я не знаю, кстати, а какой IQ, сейчас потом я чат посмотрю. Какой, интересно, средний IQ у СНГ стримера? Ну, у дотеров, понятно, там 20. У кейсеров в зависимости от региона. Я реально читал историю одну прикольную про одних майнкрафтеров взрослых, которые... Короче, есть майнкрафтеры, такие Дилерон и типа Миникотик из Одессы. Земляки мои. Тут недавно новость в селфи публиковалась, как, короче, тёлка эта родила там сына и вымогала у детей, которые их смотрят на стримах, 10 тысяч рублей. Ну как вымогала? Ставила условия, что типа, чтобы назвать имя сына, прикинь? Что-то вообще бред. Что, угораешь, что ли? Это что-то серьезно, вообще... тебе базарю. Это что-то, то есть, вообще нонсенс какой-то. Мы с тобой стримим, у нас с тобой аудитория более-менее взрослая, да? Там? Ну, то есть, да. Такая, ну, более-менее адекватная. Не явно не детская, да. Не детская, да. И она вот, разная, люди... я тебе так скажу. Да, да, если люди донатят, то чаще всего это люди взрослые, они могут себе позволить закинуть. А вот когда ты Майнкрафт, и я никогда не байчу, там ничего не говорю, там типа пацаны сами решают, да или нет. Но ты когда стример и стримишь Майнкрафт, понятное дело, что тебя смотрят там 7, 8, 9, 10 лет. И вот таким людям, перед такими людьми говорить, типа, я не назову имя, там, неважно, я что-то не сделаю, я сделаю только за 10 тысяч рублей, это прям какой-то вообще зашквар. Недавно просто в этом, в паблике селфи была про это новость, блин. Ну, это вообще что-то, это прям вообще что-то новость какая-то, нонсенс. Короче, я не знаю, что тут жать, честно говоря. Я тоже все, я уже потерялся уже, реально. Ну, типа, тут есть какая-то логика. Тут можно думать такая... сидеть. Тут реально вот, короче, если посидеть побольше. Короче, я нажал просто так. Так, я тогда просто нажал, хрен с ним. То же самое. Так, 15-й вопрос. Кружок, овал. Бля, как... Анал-карнавал. Как херово быть тупым. Я на тебя базарю. Да-да-да. Жиза. По-моему, вот это. По-моему, вот это. Вот, по-моему, вот эта херня. Слушай, мы с тобой 15 минут уже сидим, это все. И мы еще только половину сделали, прикинь. Ага. То реально это просто трэш какой-то. Да, у меня 15-й вопрос. Так, тут полосочка, пустое, овальная полосочка. Так, блин, а тут разная. Слушай, может вот так? Сложно, блядь, сложно. Реально, чувак, сложно что-то. А, Доминик.
Да, типа, мне пишут, что мне простительно, так как я гуманитарий. Слушай, гуманитарий, я, конечно, гуманитарий, и в точных науках я вообще не бубу, но логика-то должна быть какая-то. Ну да. Да. Че-че-то, блин. Не, вот это, по-моему. Реально, вот. Хотя, ну да, подожди, каждая... А, не, подожди. Ну да, 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 да. То есть тут они все разные. То есть это должно быть вот это, по любасу. То есть это не может быть, потому что она одинаковая. У меня мозг сейчас взорвется просто. Короче. На так. Тряпке. Маленький квадратик, полосочка, палочка, такая хрень. Такой квадратик, такая хрень. Вообще трэш какой-то, блядь. Я реально на 19-м сижу, у меня сейчас просто... Тут вообще никакой логики, по-моему, нет. Не, ну это на самом деле очень интересно. Стример, конечно, стример не тупой, но это... Стример не тупой, да, но это интересно. Да. Блин, сука, какие же они мудачины, а? Они так хитро все выставили. Ладно, вот так пусть будет. Так. А, слушай, на 17-м ты вообще типа конвертик складываешь. Угу. Ядрить, колотить, чувак. Ну, типа квадрат. Или нет? Угу, конвертик. Наверх там квадрат. Посмотри, там вообще нет логики. Я не увидел ее. Ну, по идее, это должен быть квадрат, да. Так. Ребят, жмакайте лайкосы, не забывайте. Блин, у меня... Да, ребят, спасибо за лайки. Сейчас у меня тут все... Ой. Пусть проигравший отдаст все свои донаты за стрим другому. Вообще на изи. Вообще на изичах. Мне люди тоже немало донатят. Вообще без проблем. Блин, меня жаба душит, честно признаюсь. Я не скрываю. Не, ну, Лёха, я с тебя не возьму денег, если чё. Ты думаешь, я что с тебя возьму, Костя? Серьёзно, блядь? Угораешь? Харт, а знаешь, что можно сделать? Чё? По поводу донатов. Короче, я тут на днях с чуваками обсуждал мысль одну. Я хочу, выделить какую-то сумму. И в онлайне пойти по маленьким каналам и я понял, про что ты говоришь. Да, да, да. Но только не так, что типа там что-то покажи, там мнение, а чисто вот как-то более интеллектуально. Просто молча, вот. Да-да-да. Да, и просто записывать реакцию. Вот, можно, да? Можно. Вот, можно даже думаю, в два канала. Это вот вообще я тебе просто, говорю, да, можно да, как-то для два канала, допустим, скинуться по 25к. И погнали. Да, вообще изи. Плюс те донаты, которые будут во время стрима, их тоже туда же прям вливать. Можно, да. Да, можно. И типа, как бы, и нам нормально, потому что будет контент, а маленьким стримерам, ну, будет, типа, поддержка какая-то. Если тогда. Я тебе отвечаю, все стримить пойдут. По КД прям сразу прям внезапно проснется. Это можно и на Twitch залетать, и на YouTube. Прикольно? Мне кажется, прикольно. Вот так. Не, ребят, благотворительность нет, нет, нет. Ты, кстати, как относишься к благотворительности? Братан, у меня с самого основания канала, я никогда не делаю видео на канале, то есть я не называю там, знаешь, там, если я делаю что-то доброе, я назову просто там «делай добро». Знаешь, вот такой вот в общем. Я не снимаю ролики отдельно. Вот мы совсем недавно, слушай, тут, ну, на днях я слетал в Питер, парню помог, но я запустил на 3 минуты стрим просто... Поблагодарил людей, кто пришел, люди тоже парню поддержали и все. То есть я для себя это делаю, просто не более того. Я понял. Но я просто к благотворительности так отношусь. Я очень, знаешь, есть такое выражение, делай добро, бросай в воду. Вот эту вот показуху я не особо люблю. Ну вот показуху, да. Если просто ты делаешь от души для себя, так. Ты можешь людям, как можно сказать так, порекомендовать что-то, да, то есть показать, что это хорошее дело, но как-то что-то более, это неправильно.
Так. Вверх, вверх, середина. Полная, полная, полная. Ой, блин. Слушай, я на 18-м, что-то не могу впереть. Там вообще 18-й, просто забей. Не, ну это точно треугольник. Это не круг. А, подожди, круг... А, подожди, Круг. Круг, круг. Круг. А, ну да, круг. Круг. На-на-на. На-на-на. Это вот это вон, да? Как Пашка, все легко. Кто проиграет, играет для Джова. Кто проиграет, играет 30 минут. Если сегодня уже поздно, стримить, заливать видос, как он играл в игру соперника по тесту IQ. Видос залить на оба канала. Так, ребят, мы уже договорились играть в World of Tanks CS. Леха, это не точный тест. Это вопрос относится исключительно к области пространственного мышления. Гуманитарии справятся хуже, чем практики. Так что сейчас ты лишь 40% получишь истину. Да, ребята, это для угара, господи, делается. Вы что, сейчас бы серьезно тут сидеть, заморачиваться чем-то. Сверху туда, 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 туда. В никуда. Да, я уже... Просто в никуда. Я уже так. Джов слил время ведь. Да насрать на время, ребят. Да время это все это мелочь, ребят. Здесь хоть как-то вообще. Кроме IQ-теста, вы можете еще пройти тест на депрессию и радость. Вот. Счастливый человек. Может, у вас вовсе нет депрессии, принесите с помощью теста на депрессию и радость. Тимоша, красивый рабочий стол, хех, все рассортировано. Не хочешь пройти амнезию? А Тимоша уже пробовал, нудновато вышло. Амнезию все сказали, да, что. Скучненько. Она. Mm-hmm. У меня было два стрима, я так и не смог ее домучить. Так, 4, 2, такая. Так, так, так. Бля, я нихера не понимаю. Чего они от меня хотят? Че это, что ли? Не, ну не может быть, что вот будет одинаковое. Бля. Так, 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 так. А, это типа человечек идет внутри круга. Нет. Или это часы? Алекс, спасибо, енот. Рома, спасибо, пацаны, за донаты. Спасибо. Сейчас мозг просто разлетится нахер. На тряпки. Слушай, может, пусть зрители поподсказывают? Я что-то вот на 21-м вообще... Не-не-не, бро, вот просто вот знаешь, я что предлагаю? Ну вот как есть, да. Так и есть. Ты решил, что мы решили сделать? Кто проиграет, что? Не знаю, вот. Так и не решили. Да сейчас найдем. Сейчас, короче, результат. Потом посмотрим чат, что люди пишут. Ой. Чуваки в чате пишут, у меня 98 IQ. Я вот смотрю. Ой. Картошка, спасибо. А, так. Так, подожди. А, тут теперь влияет... Ой, Тимош, Леха не знает, кто такой актер и зачем ему с ним стримить. Я не знаю, да, к сожалению. Подожди, подожди, подожди. Это значит, это должен быть стопудово... Стопудово вот это. А, слушай, вот, а вот, кстати, 22-й интересный, реально интересный.
22-е, причем правильный, по-моему, ответ дал. По-моему. Ну вот я тоже чувствую, что это попроще, чем другое. Тут, короче, в 22-м там внешняя херня влияет на внутреннюю как-то. Там, да-да-да, но там что-то типа такого. Там попроще ответ узнать. 23-й вообще не понимаю, что происходит. Сижу до педрю, вообще курить не могу. Вот я сейчас на 23-м. Угу. Просто, я даже логики никакой здесь не вижу. Спасибо, Сережка Камкин, спасибо, бро. Ребят, не подсказывайте, не надо. Я вообще чат выключу. У меня донат только. Я закрою. Так, сейчас я чуваку этому напишу. Написал чуваку по поводу Раста. Сейчас он про сервер, я думаю, расскажет. Слушай, ну он если реально может его запустить, можно прям даже завтра пофигачить. Там много дел, на самом деле, на серваке. Это, ну, такая, я тебе говорю, это серьезная тема. Я 23-й вообще не врубаюсь, честно. То же самое, я наугад бахнул. Я на вот это вот бахнул. Да там чем там дальше, есть там логика, просто трэш какой-то. Спасибо, Серега из Воткинкса. Я видел, как Вори играет, но мне кажется, она слишком какая-то девочковая. Это Вори. Так. Ори прикольная игрушка, кстати. Я ее не играл, но меня прям очень хочу. Про мотылька или как про какую-то лисичку, которая прыгает. Ну, как раз для тебя, для стрима. Ага, да. Ну, типа... поэта, наверное. Это гасится, получается это. Вот это, слушай, тут прям 24-й, знаешь, как на 24-й решить? Там гасится внутренние. Да нихера. Нет. Да. Гасится. То есть вот этот квадрат, вставляешь в него этот, и эта херня, она пропадает. Она гасится. Ну, то есть она друг друга убирает, как в картах, типа. Сюда-сюда, это... Кайф. Вот, кстати, вот это прикольно было. Как варик. Да. 20... Я на 25-м, ты на каком? То же самое. Блин. Ну тут это... Тут вообще... Тут вообще есть. Просто минус глаза, минус жизнь. Блин, нарисовано, да, так вообще прям... Вообще не понимаешь, что происходит. Ай. Я не знаю. Вообще то же самое. Тупо наугад. Вообще здесь я не знаю. Ромбик, крестики, хуестики. Здесь столько разных этих, да. Даже никакой логики не вижу. Не, ну она типа есть, но я ее не могу найти. Короче, нет, я то, нажал. Что она есть. Тут типа может какая-то фигура двигается как-то, не знаю. Ладно, наугад. Так. А это что-то математическое, по-моему. А, нет, это тоже на логику. Здесь хоть наглядно получше видно, потому что, ну, это вообще трэш. Да. По-моему, последнее. 26, слышишь, 26-й, по-моему, последнее, 6-е. Если я... Ну... Хотя, может, я ошибаюсь. Может быть, да. Ну, не палка точно, простая. Не-не-не. То что-то должно быть одинаковое. Ну, типа смотри, вот по верхнему ряду. Самое верхнее совмещаем вместе. У нас остается палка. Uh-huh. А нижние гасятся к треугольничке. Верхний треугольничек, он разделяет нолики на два. Uh-huh. И они по разным сторонам. Похоже на это, да. Похоже. А...
нижняя херня. А нижняя херня, это получается, я не знаю, это типа, она так совмещается. Я за шестой, остается. Я думаю, все-таки шестое. Блин, ну хотя, не вообще не факт, хотя на нет. самом деле. Картошка, спасибо. Блин, а я не знаю, как... Это что такое было? М? Что-то мяукнуло. Котята за окном. Не-не, реально, у меня что-то наушниках мяукнуло. Ладно. Блин. Так хочется чат посмотреть. Ай-яй-яй. Слушай. Вообще трэш какой-то. Пусть будет так. А, так. Все, я уже наугад фигачу, чувак. Го. Так, так, так. А, ну это недостающие части, по-моему. Да, да, да. По-моему, так. О, опять эти гребаные. Так, раз, два, три. Ну, типа... А, недостающую надо. Ну, она вот эта. Или вот эта, кстати говоря, даже. Да, вот эта. Так. Треугольник. Это хрень, это хрень. Сколько, что за больной ублюдок эти тесты придумал? Я что сделал? Бля, вот что нам должно идти после этого? А, блин, ну тут есть влияние фигур, наверное. Может так? Просто наугад. Чего так? Укажите свой возраст. 12. Пол. Ваш IQ результат сколько у тебя? Сейчас, подожди. Нет, так, ваш пол. Конец. Блин, походу я просрал. Что-то мне подсказывает, что мы... У тебя какой результат? А у тебя какой результат? У меня 86. А, у меня 96. Да сейчас бы в чат, блядь, подсматривать, ёпта. Я, чувак, на пятом я перестал подсматривать. Естественно, ёпта. Ладно, а зато я сам обгадывал. Зрителей... А? Зато сам обгадывал. Ну мы тоже, я не сидели толком, не думали, я там проскипал. У меня у випов 131, 116, 128. Забань их всех. 123. Бля, у меня у зрителей больше IQ, чем у меня. У кого-то 104. У кого-то 96 тоже. Стример не тупой. 16-107. Два дауна. Два дауна, да. Не говори. Да, пох! Зато я пою красиво. Да. Ребят, жмите лайк за тест на IQ. Да. Блин, заморочились, чуть мозг не взорвался, реально. Овощ, блин, не говори. У меня даже чуть-чуть заболело, на самом деле, ты знаешь. Вот так, совсем кропалик, но заболело. Я, говорю, 78 рандомно натыкал. Пошел в жопу. Да, сейчас все расскажут. Там 115, 130, конечно, да. Ага, 280, 100 тысяч 500 миллионов. Конечно. Так, ну что, надо что-то делать. Что делать? Может, на Twitch зайдем? Ой, можно? Да это тест, есть... видишь, нам надо нормальный тест выбрать. Нам сказали, это чисто для гуманитариев. Да? Да. Сейчас, подожди. Мне прям сразу написали, то, что типа для это чисто для гуманитариев. С-
Слушай, ну давай, пусть в чат кинут нормальный тест. Да в следующий раз пусть в комментарии к видео напишут. Ребят, киньте нормальную ссылку на нормальный тест, где реально не только гуманитарий. Я вообще не гуманитарий, если что. Если прям совсем что. Стример не тупой, да. Лёха, ты когда на Twitch заходишь, ты что смотришь? Я смотрю всегда IRL. Это самая моя любимая тема. Там есть сейчас cooking stream с Олеськой. Я зашел. Да? Да. Так, одну секундочку. Cooking stream, говоришь? Ага. Так. Тут только что-то я звука не слышу. Так. Как канальчик-то называется? Олеся Булетка. Только я что-то звука у нее. Олеся. Слушай, а ты вообще представляешь, что будет сейчас? Слушай, можно вообще братишкину чат убить, правда? У него 12 тысяч онлайн. Да. Я думаю, он будет очень удивлен. Нет. У кого убить чат? Надо у какого-то вообще топового этого стримера на Твиче. Слушай, почему я на Твиче звука не слышу? Нет, у меня все есть. Мне 14 набрал 127. Да, конечно. Идите в жопу. Это, ребят, это мы не факт, что вы именно этот тест делали. Мы же сразу. Сейчас, секунду. Ой, все. Ой, все. Так, кого зарейдить? Так, надо кого-то... Не, смотри, вот у меня на главной Твиче есть звук. Я захожу в РЛ, жму эту Олеську. Ты пробовал включить? А, все. Там он СМРы, БДСМы. Ты же смотрел, да, как я косплеил АСМР? Мне очень понравилось. Я примерно так же потом сидел, деньги проигрывал. Примерно в таком же формате. А, кстати, мне говорили, ты 300к просрал. Да. Ну, сейчас потихоньку. Не, подожди, мне говорили, ты Dragon Lore выиграл. Я лор выиграл, да, вот как раз когда ты заходил. Так что ты почаще ко мне заходи. 18 слабоумие, у меня 86, так что все нормально. Значит, я нормальный. Стример не тупой. Надо кому-то залететь. Кому-то прям. Я вообще не представляю сейчас. У тебя сколько онлайн? 13 почти. Ну и у меня 6. Это в 20 тысяч человек сейчас зайдут на стрим. Это же. Сейчас я на ютубчике гляну. Давай, че мы на иноземную вообще платформу рыпнулись? Надо зайти к нашим кродненьким. Где березки шумят. Луда жопу разбанили, смотрю. Да ладно. А их всех, значит, разбанили, наверное, скорее всего. Не, Витуса, по-моему, не разбанили. Блин, Витусу надо шишить-то. Что здесь дискриминации такие к неграм? Так, а у меня знакомый дружание играет в раф тоже. Блин, кого зарейдить? Кто бы... Кого бы... Слушай, я тут помню, была телочка в танке играла прикольная, но она, наверное, сегодня не играет. Тут вообще танкисты, блин, море. Откуда они все повлезали? Эй. Игра хорошая. Так, Артур. Доги. Блин, кто на днище на самом? Давай на днище на самом. Прям на самое. Дно! Все в чате, дно! Все. Минус жизнь. Вот есть телочка играет. О, вот она, кстати. Хочешь танкистку зарядить? Давай, какой? Как это, слушай, она там в самом весу, у нее Эллисон XO. Короче, ну нужно, слушай, нужно как-то Эллисон. Прикольно ее зарядить. Какая-то прикольная фраза есть что? Эллисон. Давай подумаем. Так. Ребята, предлагайте... На каком она месте? Слушай, она в самом дне. Вот прям там... Сейчас я скажу, какой ты через гейминг заходишь или как? Да, через гейминг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, Эллисон, что-то там, 12, да? 14, 15... 16 ряд в YouTube гейминге. Ты на меня подписан, там... нет? Я на тебя, да. Умничка. 16-й ряд. Я не понял, ты как? В раздел прямые трансляции заходи, 16-й ряд. Общий, под твоими личными подписками. Там, 16-й ряд общих стримов. Эллисон. Как точно канал называется? Сейчас, подойди, давайте я скину просто. По-английски? Давай. Да, по-английски. Эллисон, наверное. Что-то типа Эллисон. Скинул тебе в ВК. Эллисон. Эллисон. XO, да, ты сказал? Ну, да, XO Эллисон. Я понял. Сейчас, погоди. Спасибо, Саня. Да мы хотим что-то прям забавное. Что-нибудь, да-да-да, надо что-то такое сделать. Просто мне предлагают тут танкистам зайти, ребят, но танкистов какой-то реакции дождаться сложно.
Так, о чем я там? А, это? До свидания. Так. Так, сейчас я чекну. А, что-то знакомое. Не, ребят, писюны в чате писать не надо. Надо что-то... Писюны! Да. Вот это да, вот это уровень. Так. И что ей завести? К чему готовиться? А что ей завести-то? Вот есть идея? Я не знаю. Ну, ты танкист, ты придумывай. Блин, это сложно, чувак. Вот если бы в КС зашли, вот это да. Можно без рекламы, пожалуйста? Там у меня тут ютубовская реклама. А, бывает. Так, сейчас. Ребят, предложите, что ей занести-то? Что завести, я не знаю. О, там уже и чат кладут. Да, подожди, ну это так. Мне просто интересно, сколько максимальный онлайн будет на пике. Че, ребят, что написать? Придумывайте в чате, что написать. Короче, ребят, все залетаем и пишем «сыграй на арте». Короче, тёлка ненавидит арту. Вот. Да? Да, она арту ненавидит, она считает их это мрази. Слушай, всё. Мне интересно, сколько реально на пике будет. Го, я тоже сейчас кидаю. Да. Ребят, я реально таких рейдов я еще не видел. Ну, это типа... Я не понимаю, почему у меня в гейминге нет? Алло, эй! Нет, ты у меня есть в гейминге, алло, успокойся. Гей, блин, проклятый. У меня, кстати, и тебя нет тоже. Дискриминация. Потому что мы подписаны, подожди, потому что мы подписаны друг на друга, чувак. Мы же у меня выше. Мы же друг на друга. Друг у друга. Да. Это хорошо. Так, ну что, го, я кидаю. Все, поехали. Да, да, да. Ребят, все залетайте, го на арте пишите. Мне просто интересно... И залетайте все, залетайте. Просто тупо реально интересно, что сейчас будет. Но это ГГ, это все, это минус жизнь, минус... Сколько онлайн на пике будет? Я не хотела его обидеть, честно. Тупо реально интересно, какой пик будет онлайна. Ну и пока 700. Приветик, приветик. Не-не-не, YouTube даже не успевает отдупляться. Ребят, все за сейчас зайдите. Огромнейший привет и спасибо, что заглянул. О, слушай, сиськи на пол, тоже фраза прикольная. Сиськи на пол. Да. Жиза. Ребят, все залетите. Го, на чем? Нет, меня только что арта заклевала. Я смотрю, их все, да, любят? Меня арта только что насмерть заклевала. 1200. Нет, я не поеду на этом говне. 1300. Ребят, все перейдите. Нас 20 тысяч человек. Давайте лучше на арте на колесиках сыграю. Виктор, я знаю. Нет. Нет, ребят, пишите, сыграй на арте или уйдем. Нет, нет, я не буду играть на этой помойке. Во, видишь, помойка. Слушай, а что, их все прям любят? Вообще прям? Играй на арте или мы уйдем. Вот она сейчас ради онлайн нас сыграет, я уверен. Или... Арта или бунт? Арта или бунт? Арта или бунт, да. Пишите, арта или бунт. Арта или бунт. Залетайте, ребят, арта или бунт? Арта или бунт? Бунт. Все, понеслась. Я музыку отрубила. 1700 человек, вы ленивые. А, время 12. У меня музыка нормальная, играет, если что, она... Кстати, да, кстати, да. Я когда днем рейжу, у меня рейды до 3000 человек залетают. То есть нет, больше половины онлайна. Давайте на арте на колесиках. Смотрите, какая красивая арта на колесиках. Но с телефона нельзя двойной рейдить. Мне как раз на день это нормально надо. На самом деле, тухлая затея сейчас рейдить. Время 20 минут первого. Реально на арте сыграть? 20 минут первого, это где-то 70% смотрит с телефонов. Нет, огромное количество. Ребят, блин, арта — это кармическая техника. Когда ты на ней играешь, потом ты расплачиваешься за это. Я так понял, арта — это вообще топовая тема. Короче, я знаю, куда надо идти, когда некого рейдить. Я все понял. Сейчас я зайду в правильный раздел. В какой? Майнкрафт — моя жизнь. Ой, все в чате. Сейчас мы найдем. Подожди, может быть, заставим ее сыграть за лайки? Сейчас. Ты пока там напиши, сейчас я найду. Давай. Пациента. Короче, пацаны, пишите ей, что если сыграет на арте, завезем фулл лайков. Вот. А если не сыграет, уйдем. Сейчас я только с вебочкой-то найду. О, все, она сломалась. Телочка сломалась. Все, да? Сейчас я... Слушай, она знаешь, как будто мы ей предлагаем, не знаю, анальный секс. Ну ладно, нет. Ну разочек, наполовину. Ну да, ну разочек, ну так, на полшишечки. Ну немножечко. Ну мы тут лайками смажем тебе, подмажем. Да.
Сейчас мы найдем. Пациента. Ну давай, Али... а я же Алиса, по-моему, зовут. Алиса, ну давай, мы тебя лайками смажем, больно не будет. Ну, я нашел. Что там, пациента нашел? Ну это все. Это 7 человек онлайн. О. Сейчас, дядь, я тебе кину. Майнкрафт. Сейчас попрет Майнкрафт. Это все. Только не свети, не свети, не свети. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Засветил? Да ничего страшного. На, взлетай, я тебе кинул ВК. Ага, сейчас я смотрю. Все, ладно, Эллисон мы сломали. Это, короче, все, ГГ. Сейчас мои точно сюда залетят. Это все. Это я гарантирую, сейчас все не поленятся, все сюда зайдут. Ребят, что пишем Майнкрафтеру? Блин, что бы написать, я даже не знаю. Блин, обижать нельзя только. Не-не-не, зачем? Мы никогда не обижаем. Слушай, это Алина играет в Майнкрафт. Да-да-да. О, блин, слушай, может про парня спросить ее? Как же тебя, бедолагу, так угораздило-то? Не, спросите, у тебя парень тоже Майнкрафтер? Ну, давай попробуем. Блин, ну слушай, она симпатичная девочка, что она играет в Майнкрафт? Я не знаю вообще, что ее сподвигло. Что она делает? Это было больно. Слушай, у нее уже 10 онлайн, это ты и я, по-моему, да? Не, ну она реально... Веселая девочка, вот. Удали Майнкрафт. О, да, давай, удали Майнкрафт. Го, удали Майнкрафт. Удали Майнкрафт. Удали Майнкрафт, все. Все пишем, удали Майнкрафт. Сейчас 100% все залетят, ребят. Все залетайте, удали Майнкрафт. Все пишите, вообще все спамьте. У меня чат тупит. Чат просто убейте. Это все, это... Мои сейчас, смотри, я тебе отвечаю сейчас, там онлайн будет. Ребят, все зайдите, это майнкрафтеры. Это... Теперь едет, походу, тебя хардрук. Слышь, тебя спалили. А, лошара, тебя спалили. Откуда он знает? Да потому что... Блин, твой подписчик, твоя типичная ца, Алёша. О, боже. Чё? Гой, лосьев завезем, все вместе. Приведи мне, пожалуйста. О, боже. Всё. Майнкрафт говно, Алинадаст. Этот 162 человека! 300 человек! Ты смотри, у него даже не прогружается, смотри! Да. Все зайдите! Все! Там малой сейчас сознание потеряет. Спасибо, крутой стример. Косарь-человек! Косарь! А там полтора, смотри! Молодой! Косарь! Что происходит? Удали Майнкрафт. Косарь 700 удали, просто. Удали Майнкрафт. Слушай, а вот это... Джофф. А кто рейдит? Да удали бы. У меня знаешь, что такое ощущение? Что за раз YouTube даже не воспринимает. Больше ты заметил? Ровно до 1700 доходит. Да, да. Короче, чувак, ребят, это бред. Подвисает YouTube, ребят. Сейчас я рефреш сделаю. Прям ровно до 1700 доходит. Ребят, это не настоящий онлайн. Он больше. Это 100% YouTube тупит. Он видать, за раз, он блочит. Там гораздо больше онлайн. Да. Он прям стопится ровно. 1700, он прям стопится. Слушай, видать, я думаю, 5к стопудово едет. Дядь, там 100% за 4к он сейчас онлайн. Это я железно говорю. Джок, я его нашла. Боже. Поехали. Видишь, ровно. Видишь, ровно 1700. Да. Он блочит, ребят, YouTube. Он не дает. Алин, а зачем ты Майнкрафт играешь, Алина? Алин, давай мы тебя в танки научим играть. Да, или в КС. Не, ну в танки не стоит, лучше КС. Спасибо большое за рейд. Ты носить просто в шоке. Стрим смотреть. Да, она в шоке, ты прикинь, она сидела два онлайна. Просто я в шоке, спасибо. Это YouTube, ребят, не дает больше онлайна. Кстати, сегодня на эту тему напишу обязательно. В этот, в YouTube. Прям 1700 и стоп стоит. Такого не может быть. Тихо, сейчас она ответит. Алина, а зачем ты Майнкрафт играешь? Алина, ты красивая девочка. Алина, давай мы тебя в танки научим. Да, или в КС. Потому что аудитория у меня не будет смотреть CSGO, танки и прочую другую игру. Почему это?
А, слышишь, 6,5 инвалида это аудитория, чувак, да? Блин, по-моему, тебя даже в танках будет больше смотреть. Блин, я не могу, у меня все просто в голове смятение, я не понимаю, что происходит. Я думаю, что, короче, во-первых, это блок стоит, но онлайн, я тебе железно говорю, типа резкая активность на канале 100% блочится. Может, это против накруток каких-то? Да, ребят, это, ну, не может так резко остановиться онлайн, то есть, давай вот любой еще один канал зарейдим, я тебе отвечаю, давай, сейчас так же встанет. Давай. Прям маленький нужен канал, видать, с маленькой активностью. А, сейчас. Потому что два раза ровно на 1700 останавливается, это слушай, такого не может быть. Какая игра? Какая игра? Ну, Вампир, смотри. Вампир, Лига Легенд, Call of Duty, Fort... Во, знаю, Counter-Strike. Так. PUBG. Что там PUBG? Сейчас давай. Сейчас найдем. А, тёлка ASMR делает в PUBG? Или это она случайно не то поставила? Слушай, ну у нее слишком много зрителей, да, 700 не то. Я думал, оценил вам что-то. Канальчик Фила. Это с Твича. Канальчик Фила. Не, слушай, ну... Во-во-во-во-во, молодой сидит. Сейчас, подожди. Давай. А, все понятно, он все сливает там. В смысле сливает? На фасте сливает, где я лям в свое время слил. Я понял. Сейчас, подожди, сейчас. Блин. Мы найдем, кто играет. Сейчас. Я PUBG смотрю. Вот оно! Вот оно, СНГ комьюнити! Подъехало! Вот, Костенька, что тебя ждет? Сейчас я тебе кину. Сейчас я тебе кину. Выходи, сейчас план ставится будет. Куда ты пошел-то в молот? На, братан. Вот оно. СНГ комьюнити. Подошло. Кинул. Вот оно. С чем... С кем ты встретишься, когда ты будешь играть в Counter-Strike? Я понял. Вот оно, СНГ комьюнити. Ребята. Я понял. Залетайте, напишите все подряд. Рейд от кого угодно, короче. Просто тупо залетите и... Просто заспамьте от Лололошки там, от, я не знаю, от Ивангая, пишите все подряд. А, Николай Соболев, Николай Соболев. Да-да, от Соболева, рейд от Николая Соболева. Рейд от Николая Соболева. Все спамьте рейд от Николая Соболева, го. Блять, вот это плохо, ребят. 6 онлайн у него был. Что такие рейды сливаются. Рейд от Николая Соболева. И лайкосы, пацаны, разгрузите. Давай до кучи всем грузить лайкосы. Я даже поставлю. Можно дроп, ребят, кто-нибудь пистолет, FF7 желательно. У него сразу плюс 120 подписчиков. Можно, просто секунду. А, 210 тихо. Всего, да, я вижу, да. Спасибо. Блин, он тебя спалил. Блин, да меня просто все знают в кейсере. Харт, я тебя смотрю, привет. Харплей. Вот она, моя аудитория подъехала, чуешь? Вот она. Мавик, стоит, не пикай вообще, не пикай. Вот она, аудитория подъехала. Нет, ты подстой, ты уходишь, ты сам. Да, ребята, да, меня смотрят. Слушай, надо было говорить рейд от Путина. Меня хардплей рейдит. Почему я сразу? Что за пиздюк там полез? Потому что ты постоянно рейдишь. Да блин, меня просто все знают. Надо на Твиче вообще, на Твиче надо рейдить. Меня реально здесь все знают. Я ей уже сказал. Блин, он сейчас посмотрит, он охереет. Ни хера, драйвер. Тебе нравятся вот эти собаки, которые стримят? А он сейчас не собака, по-моему, стримит, если я не ошибаюсь. Не-не, он про другого говорил. Сейчас. Ребят, пожалуйста, научитесь играть и не приходите. Ну в Тиму, ебать, ну не приходите. Ты слышишь, чем говорят? Он звонит куда-то. В МЧС. Он выключил микрофон и позвонил куда-то. Научитесь, говорит, играть. Да. Во, вообще первый раз девочку, кстати, вижу. Что за девочка? Она, может, ночью просто стримит, я ее не вижу. Ща, Костян, кину. Давай. Слушай, вообще... А чё у него загрузка? Слышь, у него нормальная фраза по подписке, типа «Чувак, юзернейм такой-то стал деградировать с нами». Жиза. А всё, он тебя сразу нашёл, он тебя сразу нашёл. Красавчик, здорово, братан. Оо, пошла музыка. Предсуицидальная. Сейчас мы её развеселим. Я не умею. Навали музяки, пишите. Навалим узла. Сейчас заодно посмотрим по онлайну. Мне кажется, блок реально, тупо блок стоит на онлайн. Да. 100%. Это от накрутки, от всего. Что рассказывать? Слушай музыку. Ну-ка, быстро. Рассказывай, в чем дело? Да не палите в чате, Артем! Мазин, чтоб у тебя хер во лбу завтра вырос. Просыпаешься, тебе яйца, глаза закроют. О, слушай, а прикинь.
Ой, какая девочка! Ой, какая девочка! Да. Ну это все, это минус. Да. У нее сейчас глаза вывалят. Да. Нормально? Слушай, такое ощущение, что она сейчас заплачет. Ну, сейчас, скорее всего, так и будет, кстати. Ну, и смотри, как она целится, смотри, как она целится с АВП. Она, видать, только-только начала стримить. У меня закончилась. Стрим. Слушай, хорошая девочка. Ну, вот да, это самые живые играть. Реакции, да. Но она, видать, не шарит. Ой, такая, такая милаха. Ну, вот как ты, только вот немножко помилей. Да. Няшная. Няшная вообще. Она даже не понимает вообще, у нее реакции у нее никакой нет. Ребят, прожмите ей лайков. Она такая хорошая. Блин, я ей лайк завезу. Го, ребят, все залетим. Прожимайте лайк, пацаны. Покажи мышку. Зови. ЕЦ1, по-моему. Я, кстати, недавно сессию купил. Райвел. Райвел купил сессию. Райвел сосет. Да, неплохая. Она вообще молчит, я реально первый раз такую реакцию вижу на рейд. Она, видать, вообще просто не ждала. Че-то говорит офигеть. Я тебе отвечаю, там не 1000 онлайна, Кость. Я тебе отвечаю, там не 1000 онлайна. Это 100%, онлайн просто не дает, не показывается настоящий. Ребят, 100%. Все залетите, там не может быть 700 онлайна. Не может быть. Я отвечаю там сейчас за несколько тысяч онлайна. Там чат даже лагает. Там просто чат лагает. Она, видать, учится только играть. Тебя скоро, кстати, тоже это ждет. Я-то в танке сразу пойду, как боже. У меня будет такое же лицо, да, милая? Ну да. Кстати, у тебя была тема, что тебя наскручивали 100 тысяч онлайн? Да. Педагеи, да, были. Педагеи. Там 200 даже или 400 тысяч. Я что-то PUBG играл, и смотрю, у меня, блин, онлайн там начал 20, 30, 40, 100 тысяч сделать. Изи добро на ночь глядя. Я не знаю, куда еще залететь. Здесь у пацана все лагает, у него сейчас. Алена, шарик, а за громадный спам можно удалиться? Ну если прям спам, то да. Прям если там пишут. Нет, вот такой вот. Я друга сюда подписывать позвал. Ага, давай тогда. Зови всех своих друзей, всех зовите сюда, всех сюда зовите. Привет, Бастиончик, спасибо, бро. Подписывались, ну вот этот, очень, как сказать. Так. Блин, я не знаю, кого рейдить. Реально некого. Что-то все скучно, это что за анал карнавал? Но это свеча. Давно не бывал на твоих стримах, но подсел на нарезки со стримов, расскажи, как жизнь? Как жизнь? Блин, чуваки в арк играют, смотрю, блин, жестко. Хочется. Жестко. О, Кузьмич стримит, да ладно. Тебе это блевать не займусь. А что за Кузьмич? Угарный вообще типан. Я тебе отвечаю, он стримит, вот он просто по КД стримит. Сейчас кину ссылку. Кстати, на тебя чем-то похож. Ребят, залетите к Гидеону, нажмите ему, напишите ему чпок не акулу. О, чпок не акулу. Кинул. У меня вот знакомый играет в Раф тоже. Гидеон? Да, Гидеон. Ну это танкист, да, тоже парнишка? Да, который танкист. Ну, он уже как бы не совсем танкист, он так во все играет. Хороший парень. Я у него смотрел, я не помню какую игру. Я что-то даже подзалип на стрим. У него нормальный онлайн, там по 700 у него. Слышал? Лица наша жопа там. Дигера гори. Чпокни, да, чпокни акулу, ребят. Чпокни труп акулы. Забавно. Пойму даже, что за игра. Нифига он, блин, в олдскульный. Resident Evil 6, что ли? Не, чувак, олдскул это Resident Evil 2, 3. Угу. Он их, по-моему, вообще все прошел. Ну все, понеслось. Здорово, ребят, здорово, родные. Лёшке привет там. Такой, въебло ему. Блин, реально в Resident Evil играет. Офигеть. Нахуй с пляжа, блядь. Джеки Чан, иди шуну, блядь. Это какой-то не самый старый Resident Evil. Это 6-й, что ли, если я не ошибаюсь. Блядь. Я уже чувак вообще из 1-го, 2-го, 3-го. Ну ладно, здорово, там 1-й слишком старый, 2-й, 3-й вообще. Спасибо большое, спасибо. Ну, да.
Роид классика даже. Я не знаю, эти вот резниты были, они сейчас превратились в шутера. Они все, очень прикольно. Шутаны, да-да-да, перешли. Да, так себе. Короче, все, давай, это, гусика мыть и спать. Давай, Лех, я да. Сейчас чуть-чуть с вами пообщаюсь. Да, я тоже сейчас пообщаюсь, я сейчас там доны почитаю, какие я не успел зачитать, и, короче, это... Что я могу сказать? Ребят, ну сегодня, можно сказать, мы рафт прошли, правильно? Да. Сегодня короче, ребят, рафт добили. Прошли, вот, ждем, когда... Ждем, когда нам помогут с серваками, вот, завтра будем переписываться с чуваком, у которого вот вроде бы есть готовый сервак. Вот, я сделаю конференцию. Да, можно будет, почему нет. Вот, и там попереписываемся с ним. Да вообще изи, вот. Как только все затестим, я думаю, не завтра, там где-то послезавтра можно будет уже попробовать Rust. Вот. Спасибо всем твоим ребятам. Ребят, я видел вы в чате с памяти, там то, что вы от Джова, блин, реально от души спасибо. Я, извините, может, за стрим вам просто 10 раз не говорил. В конце стрима прям скажу от души. Спасибо, всегда поддерживайте. Спасибо, правда. Да. Прям Лёх, тебе тоже крутейший. Спасибо и спокойной ночи, давай там до конца выздоравливай. Очередной крутейший, да, стрим. Ну, у меня вроде горло сейчас раскочегарилось, да. У меня горло вроде нормально. Ну, нормально. Ну, тебе скоро в Москву переезжать, так что готовь горло. Да, а что делать, Костя? Ну, а что делать? Да. Бабос или это, дела? Да. Сам знаешь. Карточный долг дело чести, сказал он и снял штаны. Ой. Все, братан, на связи. Что ближайшее? Ну, там в ВК спишемся. Да, в ВК спишемся. Вот. Спасибо Сереге, то, что, кстати, с нами сегодня составил офигенную компанию. Да, вообще прям молодец. От души. Да. По-моему, сегодня получился очень крутой стрим, и рафт мы добили. Вот. Так что, все, всех в уста сахарные. Доброй ночи, я сейчас тоже с ребятами пообщаюсь. Давай, вот. Давай, Лёх. Все, давай, покеда. Пока-пока. Пока-пока. Блин, я не знаю, это мега бомбезные стримы. Так, я обещал ночной стрим, если вы... 17 тысяч лайков поставили. Серьезно? Серьезно, блядь? 18 тысяч лайков. Как относишься к Rush Power? Ребят, все в порядке. Мы с ним пообщались. Друг перед другом извинились. И я этого человека узнал немножко с другой стороны. С его настоящей стороны. Не Rush Power, а Артура я узнал. Я очень жалею, что жизнь нас в свое время не свела. И сколько бы мы за полтора года за место срачи могли сделать охуенного контента. Но, с другой стороны, если бы он был самим собой, мы бы его сделали. Бля, настолько охуенного, что просто бомба была бы. Но я думаю, что он еще вернется. Так что, как-то так. Так, что я обещал? 15 тысяч лайков. Вы влепили 18 почти тысяч лайков. И я говорил, сколько подписок? Сколько подписок-то? Ну-ка, напомни, сынок. Я что это упустил? Там что-то 500. Чё, бля? В смысле? Чё? Да вы гоните! Да ну нахер! Сколько у вас подписалось, я не... Чё? Какие нахер 360 тысяч? Бля, вы реально отбитые, вы, я не знаю, вы психи... 400 человек, и вы добьете 4000 человек. Это просто жесть. Чё, блядь? Чё происходит? Я обещал ночной стрим, я свои обещания выполняю. Братцы, дайте мне немного времени, я куплю кофе, ладно? Сорян, ребята, я приболел. Ой, бля, сорян, братва. Обещал, надо сделать. Чуть-чуть перестарались, не говори, бля. Обещал ночной стрим по State of Decay. Я удалил сохранялку основную. Я просто все, что нужно, записал. Но, наверное, будет интересно посмотреть, ребят, как вы вообще... Вы джовом отбиты. Да у нас каждый стрим офигенный получается. Не, Серега тоже крутой. Кто сегодня с нами играл. Будь здоров, спасибо. Да я что-то, ребят, расклеился маленько. Не болейте. Не надо болеть. Будь здоров, соси большой. Правильно все. Надо, короче, слышите, пойду я за кофе. Мне здесь недалеко, мне прям вон выехать и заехать назад.
Пойду я кофеечку захерачу. Да? И давайте State of Decay сделаем. Хотите? Вы придете или вы разойдетесь? Давайте я почитаю, что в чате люди напишут. Вы придете, ребят, на стрим по State of Decay? Или не надо запускать, вы спать ляжете? Диабло он даже, ребята, пишет. Гейминг бро, да вообще не вопрос, братан. Я на изичах. Ты сам знаешь, я на хардкоре играю всегда, поэтому вообще на изи. Я тогда в Вилла сколько выживал. Спасибо тебе еще раз большое за то, что добавил меня в ЭК. Да не вопрос. Должен будешь. Спасибо, ребят. Я рад, что сегодня улыбнулись, но это 100% на нарезке разлетится. Не, ребят, видосы я завтра хочу посмотреть. Придете, да? Приду. Вы знаете, в чем парадокс? Я вам сейчас объясню, почему я на второй канал выложу. На втором канале по прохождению, почему я записал State of Decay. Спасибо за позитив. Бро. Да не за что. Тебе спасибо, что со мной был. Я сейчас вам покажу, почему я записал State of Decay. Я вам сейчас объясню. Потому что, вот смотрите. Я офигел, я не знаю, почему такое упущение на Ютубе. Смотрите. Вот ввожу, да, в поисковой строке. State. Вот. Да, вот. У Купленова даже у Димы нет прохождения. Смотрите, захожу, вот просто, да, ввожу. State of Decay прохождение. И я не вижу нормальных, реально нормального прохождения вне стрима. Почему летсплейщики упустили это? Как вообще это получилось? Я не вижу по сериям нормального 30-минутной вот эти серии с нормальным прохождением. Реально не вижу. Понимаете? И я не знаю почему. Видите, одни стримы. Где прохождение, блядь, нормальное? А я сделал. Я молодец. Да, скоро выложу. Так, все, я пойду, ребят. Дайте мне немного времени. Знаете что, скриньте. Я, наверное, до Мака доеду. Бургер Кинг мне далеко очень ехать. Я до Мака... А, знаю, где еще можно. Знаю еще, где можно. Есть еще же одна заправка. Вот там точно офигенный. Короче, мне надо или кофеечку, или какого-нибудь адреналинчику, и все будет круто. Все. Я сейчас быстро, ребят, туда-обратно и понеслась. Обещал. Если пообещал, вы меня поддержали, я надо сделать. Как бы мне спать не хотелось, но надо сделать. Все. Давайте, ребят, всем огромное спасибо, всем, кто донатил, всем, кто ставил лайки на этом стриме. Я сейчас очень-очень быстро... Ну, дайте мне хотя бы 20 минут, я правда сейчас доеду. Ну, сколько там? Я не думаю. Я, наверное, сейчас прям банку адреналина куплю и приеду. Все, ребят, я быстро, чтобы время не тянуть. Давайте. Обнялся. Все, кто идет спать, доброй ночи. Огромное спасибо, ребят, серьезно, что вы со мной. Я устал вам каждый уже день говорить спасибо, потому что вы залетаете, вы смотрите видосы, вы ставите лайки, вы топите за канал. От души вам что? Я хуй знаю, что вам еще сказать. Все, погнали. Завтра обязательно, да, будет КС-ка. Обязательно. Нам надо, ребят, тренироваться, готовиться. Скоро шоу-матч, не забывайте. Крутейший шоу-матч. Все, я сейчас быстро, ребят, пока тоже там это... Пописите, покакайте. И ложитесь, и будет очень крутой, такой ламповый, я так думаю, стрим по State of Decay. Играть буду на максимальном сейчас уровне сложности. Уберу автонаводку, все подключаю, сейчас будет полный хардкор. Ну, как обычно на нашем канале. По-другому не умею, сорян. Все, погнал.